Brolis Vladimiras. Хотим пригласить брата Владимира. Šiandien dalinsiu žodžiu toliau. Он будет делиться словом дальше. Доброе утро всем. Labas rytas visiems. Я вас всех приветствую во имя Господа Иисуса Христа. Aš sveikinu jūs visus viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Я думаю, мы очень хорошо проводим время. Manau, kad mes puikiai leidžiame laiką. Я вижу такие свеженькие, отдохнувшие. Matau jūs tokius pailsėjusius, šviežiais veidais. В отличие от меня. Aš negaliu to pasakyti to paties apie save. Но есть тот, который дает сил. Bet yra tas, kuris teikia jėgą. И благодарение Богу, спасибо, брат. Padėka Dievui, ačiū, broli Deivi. За молитвы. Už maldas. Спасибо музыкантам за то, что слышал. Музыкантams už tai, ką galėjau išgirsti. Для кого-то это был сегодня даже первый раз. Kai kuriems tai buvo pirmą kartą. На ударнике играл. Kažkas grojo būgnais pirmą kartą. Pirmą giesmę, kai buvo. Это был мой сын, первый раз сел за ударник. Sūnus, kuris pirmą kartą sėdėjo prie būgnų. Первый раз. Pirmas kartas jo. И я рад, конечно, приветствовать всех, кто не был в пятницу, в субботу. Džiaugiuosi, galėdamas pasveikinti visus, kurie nebuvote penktadienį ir vakar. И я знаю и верю. Ir aš žinau ir tikiu, что Бог сегодня к вам проговорит. Kad šiandien Dievas jums prakalbės. Со своего присутствия. Iš savo akivaizdos. И проговорит именно то слово, которое вам необходимо на сегодня. Ir prakalbės būtent tą žodį, kuris jums yra neišvengiamai reikalingas būtent šiandien. На этот день. Šiai dienai. Потому что он я есть всегда Nes сегодня. Jis yra, aš esu visada šiandien. Мы не верим в Бога, который был вчера. Mes netikime Dievu, kuris Мы не верим, vakar, который будет завтра. Kuris bus tik rytoj. Мы верим того, который я есть Mes сейчас. Tikime tuo, kuris aš esu Потому yra dabar. Он вчера, Nes jis vakar, и сегодня, ir šiandien, и вовеки тоже. Ir per amžius tas pats. И нам необходимо увидеть его, каков он есть сегодня. Ir mums yra privaloma išvysti, koks jis yra šiandien. Что он делает сейчас? Ką jis daro dabar pat? Какие результаты он приносит сейчас? Kokius rezultatus jis suteikia dabar pat? Я попрошу, чтобы мы сейчас помолились Noriu с вами еще короткой молитвой. Попросите, как мы с тобой посмелстуме трумпа молда. Дорогой небесный отец. Брангус денгишкасис тебе. Мы только что пели верь только верь. Мы только гедоеме тик тикек. Мы только что пели да верю я. Мы только сакеме гесмея тайп аш тикю. Мы только что пели, что Иисус здесь. Мы только гедоеме, как Иисус ира че. Отец. Тебе. Пусть Боже наша вера поднимется до нужного уровня. Тикеймас покилс и кирейкемо лигменс. Для того, Господь Бог, Там, Вешпатя, Деве, чтобы ты, Боже, мог исполнить то, галетум ишпильдити тай, ради чего ты сегодня собрал нас здесь. Дел кошендиен ир суринкаим ищча. И открой, Господь, Слово Твое. Ir atverk savo žodį, Viešpatie. Вдохнови. И квепк ji. И напомни. Ir priminki. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Mes prašome to Jėzaus Kristaus vardu. Аминь. Амен. Аллилуйя. Давайте воздадим Ему славу. Поклоним Ему. Хвала Тебе, Господь. Я попрошу открыть вас два местописания. Две рашто вятас. Первое это Еремия. Iš Jeremijo pirmoji vieta. Восьмая глава. Aštuntas skyrius. Мы зачитаем один маленький стих. Трумпа вена эйлутя перскайтесь. Седьмой. Аштунта. Септинта. И аэс под небом знает свои определенные времена. Тейп гандрас дангуя жино саво паскиртус лайкус. И горлица и ласточка. Пурплялис, герве ир крэгжде. И журавль наблюдает лайкоси саво сугрижимо мето. Время, когда им прилететь Bet mano tauta nežino viešpaties teismo. А народ мой не знает определения Господня. Прочитал, да? Вот. И аэс под небом знает taip, свои определенные времена. Taip gandras danguje žino savo paskirtus Дальше laikus. Дальше Иеремия говорит, а народ не знает определения Господня. Иеремия сако, bet tauta nežino viešpaties teismo arba paskirimo. Также прошу открыть Абакум 2 глава. Taip pat paprašysiu Habakuko 2 skyrių atsiversti. И отвечал мне второй стих. Habakuko 2 gal ekrane galite įjungti. Habakum 2:2. И отвечал мне Господь и сказал. Ir viešpas man atsakė ir tarė.
Запиши видение и начертай ясно на скрижалях. Užrašyk regėjimą aiškiai ant plokščių. Чтобы читающий мог легко прочитать. Kad bėgantysis jį galėtų perskaityti. Ибо видение относится еще к определенному времени. Nes regėjimas yra skirtas dar skirtam laikui. И говорит о конце и не обманет. Bet pabaigoje jis kalbės ir nemeluos. И хотя бы и замедлила. Nors jis užtruks. Жди его. Лауk jo. Ибо непременно сбудется, не отменится. Nes jis tikrai ateis ir neužtruks. Аллилуйя. Присаживайтесь. Аллилуйя. На места. Итак, мы только что зачитали, да, о временах. Ką tik perskaitėme apie paskirtus laikus. О сроке. Laikotarpius. И зачитали, что каждое время. Ir taip pat perskaitėme, kad kiekvienas laikas. Каждый определенный период. Tam tikras periodas. Он имел видение. Jame buvo regėjimas. В Божьем разуме. Dievo prote. В Божьих мыслях, Dievo mintise, у Бога было распределено, Dievas turėjo paskirstymą, на периоды, периоду, или же на эпохи, arba epochas išdėstė, его день, jo diena, его час, jo laiku, и значит его посещение, jis žino tą jo aplankymo laiką, metą, и каждому периоду, ir kiekvienam periodui, каждому времени, kiekvienam laikui. Он должен был что изречь слово. Jis turėjo padaryti ką, ištarti žodį. Аминь. Амен. У него было уже слово. Jis jau turėjo žodį. В его Божьих мыслях, в его разуме было слово. Jo Dievo mintise, prote jau buvo žodis. И это слово исполнялось тогда, ir tas žodis išsipildydavo tada, когда приходило время исполнения этого слова. Kai ateidavo to žodžio išsipildymo laikas, metas. А как оно исполнялось? O kaip jis išsipildydavo? Тогда, когда сходил сам Господь. Tada, kai nužengdavo pats viešpats. И он не просто сходил. Ir jis ne šiaip sau nužengdavo. У него был один человек. Jis turėdavo vieną žmogų. Который должен был ухватить видение этого времени. Kuris turėdavo pagauti arba suvokti to laikotarpio regėjimą, viziją. И когда человек этот улавливал видение времени. Ir kai tas žmogus pagaudavo tarsi to laikotarpio regėjimą. Это производило пробуждение. Tai ir sukeldavo prabudimą. Это приводило семена того времени к жизни. Tai atgaivindavo to laikotarpio sėklas, sugrąžindavo jas į gyvybę. И Бог подтверждал этого человека. Ir Dievas patvirtindavo tą žmogų. Чудесами. Stebuklais. Знамениями. Ženklais. Столпом огненным. Ugnies stulpu. Аминь. Амен. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы читали, что есть видение, Habakuko perskaitėme, kad yra regėjimas, которое также относится к последнему времени, kuris taip pat yra skirtas paskutiniajam laikui. Мы зачитали с вами, что это видение будет замедлено. Mes perskaitėme, kad tas regėjimas tarsi bus uždelstas. Мы зачитали, что это видение, даже если и будет замедлено. Mes perskaitėme, kad nors jis ir bus uždelstas. То Бог говорит, ну жди, sako, vis tiek, жди лау, его, лауk jo, ибо непременно оно сбудется. Jis tikrai ateis ir neužtruks. Вы верите, что мы живем в конце времени? Ar tikite, kad gyvenime pabaigos laikai? Мы верим, что мы живем в тяжкие времена. Kad gyvename sunkiais laikais. Для этого времени есть какое-то определенное видение. Šiam laikui yra tam tikras regėjimas paskirtas. Это видение должно было быть где-то записано. Ir tas regėjimas turėjo būti kažkur užrašytas. Аллилуйя. Аллилуйя. И я знаю откровение 10. Ir aš žinau, kad apreiškimo 10. Этот великий ангел, он сошел. Galingas angelas, jis jau nužengė. Когда этот великий ангел сошел. Kai tas angelas nužengė. Он нашел маленького человека. Jis surado žemą ūgį žmogų. Из Кентуки. Iš Кентукио. Это был Уильям Марион Бранхам. Tai buvo Viljamas Marionas Branhamas. Это был его пророк. Tai buvo jo pranašas. Он его с детства подтвердил столпом огненным. Nuo vaikystės jis buvo patvirtintas ugnies stulpu. Пророк сам об этом знал. Pas pranašas apie tai dar nenutokė. Он от этого убегал. Jis bėgo nuo to. Но не мог спрятаться от Бога. Bet niekaip negalėjo pasislėpti nuo Dievo. Потому что о нем было пророчествовано в Библии. Todėl, kad apie jį buvo pranašauta Biblijoje. Он был уже обозначен как Малахия 4. Jis jau buvo įvardintas kaip Malachijo 4. Он был в Божьем видении. Jis buvo Dievo regėjime. И Бог должен был взять это Божье видение. Ir Dievas turėjo paimti tą regėjimą savo. И вложить его в этого мужа. Ir tarsi įstatyti į jį tą vyrą. Точно как Моисей. Lygiai kaip Mozė.
Он должен был войти туда. Jis turėjo pakilti ten. Присутствие Божие. Dievo akivaizda. И он должен был увидеть это небесное видение. Jis turėjo išvysti tą dangišką regėjimą. Он должен был увидеть тайну. Turėjo išvysti paslaptį. Которая находилась там на небе. Kuri buvo ten danguje. Для того, там, чтобы принести эту тайну сюда на землю. Kad nuleisti tą paslaptį ant žemės. Эта тайна та паслаптис была связана с искуплением. Buvo susijusi su atpirkimu. Аллилуйя, тайна скинии. Padangtės paslaptis. Наш пророк, mūsų pranašas, должен был войти, turėjo įeiti в небесное видение, į dangiškąjį regėjimą, чтобы принести тайну, там, kad atneštų paslaptį, которая связана с нашим искуплением. Susijusi su mūsų atpirkimu. Эта тайна говорит, ir ta paslaptis sako, что это время, kad šis laikas, полнота времен, kad yra laikų pilnatvė, наступила уже сейчас. Jau dabar, yra atėjusi. Он это сказал еще в 60-х годах. Jis tai pasakė dar 60-aisiais metais. Он говорил об этом в 50-х годах. 50-osiuose metuose. И он это говорил так, ir jis tai sakė tokiu как būdu, будто это уже tarsi, было тогда. Tai jau buvo tada jo dienomis. Ну это было тогда. Bet tai jau buvo tada. Потому что для Бога тысяча лет как один день. Todėl, kad Dievui tūkstantis metų kaip viena diena. Это было тогда. Tai jau buvo tada. Потому когда пророк вошел в Божье видение. Todėl, kai pranašas įėjo į Dievo regėjimą. Он увидел что? Jis išvydo ką? Он видел что будет. Jis išvydo tai kas bus. Невеста последнего времени. Paskutinio laiko. Которая будет иметь kuri turės все характеристики, visas характеристикas, всю силу savybės, Иисуса Христа. Visą jėgą Jėzaus Kristaus. Аллилуйя! Аллилуйя! Он это уже изрек. Jis jau tai ištarė. Довольно-таки немало прошло время. Jau praėjo nemažas laiko tarpsnis. И многие говорят. Ir daugelis sako. Ну вот пророк говорил. Na juk pranašas kalbėjo. Kur visa tai? Где оно? Kur visa tai? Видение замедлилось. Regėjimas užsidėlsė, ради избранных замедлилось это видение. Išrinktųjų tas regėjimas buvo uždelstas. Церковь не была готова. Bažnyčia dar nebuvo pasiruošusi. Для проявления третьего рывка. Pasireiškimui trečiojo patraukimo. Церковь не вошла еще в позицию усыновления. Bažnyčia dar nebuvo įėjusi į sūnystės poziciją. Ждал этого времени, laukė šio laiko, когда церковь войдет kai bažnyčia įeis в свою позицию, į savo poziciją, когда церковь распознает kai bažnyčia видение этого времени, šio laiko regėjimą. Когда она займет четко свое место, kai tiksliai užims savo vietą, тогда tuomet все силы ада visos pragaro jėgos у нее под ногами. Bus po jos kojomis. Посмотрите, что сделал Иисус Навин. Pažvelkite, ką padarė Jozuė. Он дал пример. Jis parodė pavyzdį. Когда он взял эти двух царей. Kai paėmė tos du karalius. Иисус Навин. Jozuė. Он уложил их на землю. Jis paguldė juos ant žemės. Он подошел и доступил на вы. Ir užlipo ant kaklų. И он сказал этим мужам. Ir jis pasakė tiem vyram. Подойдите. Prieikite. И наступите. Ir užlipkite. На шеи этих царей. Ant šių karalių kaklų. И вы будете поступать ir jūs точно так же, как я дал вам пример. Ir pasielgsite taip, kaip aš jums parodžiau. Аллилуйя. Аллилуйя. И это не было в пустыне. Ir tai nebuvo dykumoje. Это не было до Иордана. Tai nebuvo iki Jordano. Это могло произойти только тогда, когда они перешли Иордан. Tai galėjo vykti tik, kai jie buvo perėję per Jordaną. Мы вчера с вами слышали проповедь. Vakar su jumis girdėjome pamokslą. Двойная доля Ильи. Apie dvigubą Elijo saiką. Когда Илья Когда Елисей мог попросить у Илии двойную долю? Когда Елисеев смог попросить двойную сейку из Елио? Не до Иордана. Не прежде Иордана. А тогда, тогда когда он перешел Bet этот Иордан. Когда он перешел через Иордана. Тогда он сказал. Tuomet jis pasakė, дай мне двойную долю. Duok man dvigubą saiką. Аллилуйя. Аллилуйя. Тогда он получил усыновление. Tada jis įgijo įsūnystę. Тогда, когда он умер для себя kai полностью. Numirė dėl savęs pilnai. Аллилуйя. Аллилуйя. Друзья. Draugai. У нас есть видение. Mes turime regėjimą часа. Šios valandos. У нас есть слово Mes turime для этого периода. Šio periodo žodį. Что делает сейчас Святой Дух? Ką dabar daro Šventoji Dvasia? У меня вопрос, что делает Святой Kyla Дух? Klausimas, ką daro Šventoji Dvasia? Проповедь, для чего был дан Святой Pamokslas, Дух? Kodėl buvo duota Šventoji Dvasia? Arba Пророк kam? Говорит. Pranašas sako. Тот же самый Святой Дух. Ta pati Šventoji Dvasia. Что спас лютеран? Kuri išgelbė liuteronus. Что светил методистов? Kuri pašventino metodistus. Что крестил пятидесятников? Kuri krikštijo sekmininkus. Сейчас dabar приводит в порядок пришествие Господа Иисуса. Prieš viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimą. Сейчас dabar он приводит в порядок пришествие Господа Иисуса. Jėzaus Kristaus atėjimą.
Бог не работает сегодня с нами так, как он работал с лютеранами. Dievas šiandien nedirba su mumis taip, kaip jis dirbo su liuteronais anuomet. Он не работает так, как он работал с методистами. Jis neveikia su mumis taip, kaip veikia su metodistais. Он не может с тобой работать тем методом, с которым он работал с пятидесятниками. Jis negali su tavimi naudoti tuo pačiu metodu, kuriuos naudojo su sekmininkais. Сейчас время. Šiandien yra laikas. Ангела. Ангело. 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 Могучий ангел. Галинго ангело. Пророк сказал. Пранашас пасакė. Почему организована религия? Kodėl jis buvo prieš organizuota religija? Могучий ангел. Jis pasakė, ten tas galingas ангелas, который сошел в Откровении 18. Kuris nužengė apreiškimo 18. Он говорит, это проявление Святого Духа. Jis sako, tai šventosios dvasios pasireiškimas. И есть тот ангел. Tai yra tas ангелas. Который пытается вернуть людей обратно к слову. Stengiasi sugrįžinti žmonės atgal į žodį arba prie žodžio. Для чего он здесь? Kodėl jis yra čia? Для, как брат сказал, полного восстановления. Dėl to pilno atstatymo, visiško восстановление. Atstatymo. Это период восстановления. Periodas. Поэтому, когда пришло видение, todėl, kai atėjo, pasirodė regėjimas, о восстановлении древа невесты, apie nuotakos medžio atstatymą, когда было изречено видение об усыновлении, buvo atstatytas regėjimas apie įsūnymą parodytas, Бог дал нам время. Dievas suteikė mums laiko. Он дал нам срок. Jis suteikė mums laikotarpį. Он снял седьмую печать. Jis nuplėšė septintąjį antspaudą, мы слышали, началась, kuris jau yra prasidėjęs. И была под ней тишина. Ir po antspaudu buvo tyla. Но в этой тишине. Bet toje tyloje. Аллилуйя. Аллилуйя. В этой тишине. Toje tyloje. Церковь услышала семь громов Иисуса Христа. Išgirdo Jėzaus Kristaus septynis griaustinius, kurie приготавливают церковь. Bažnyčia. Для излияния, могучего излияния духа. Galingam dvasios išsiliejimui. Поэтому тот же Святой Дух. Todėl ta pati šventoji dvasia. Сейчас приводит порядок пришествия Господа. Dabar įveda tvarką prieš viešpaties Jėzaus Kristaus sugrįžimą. Церковь. Jis sako, bažnyčia. Церковь, это будет зрелая церковь. Visa bažnyčia. Вытащит из могилы остальных из них. Ištrauks iš kapinių visus likusiuosius. Подождите. Он говорит, церковь sako, bažnyčia, придет к такому состоянию. Prieš prie tokios būsenos. Церковь придет к такой зрелости. Pasieks tokią brandą. Она придет к такой зрелости. Ji taip subręs. Что это подымет мертвых из могилы. Kad jie prikels mirusiuosius iš kapų. Аллилуйя. Аллилуйя. Друзья. Draugai. Это не фантастика. Tai nėra фантастика. Это реальность. Tai realybė. Она здесь. Ji yra čia. Мы прочитали, народ не знает определения Господнего. Mes perskaitame, kad tauta nežino viešpaties paskirtų laikų. Kodėl? Ладикия. Dėl Ладикеjos. Тьма. Tamsa. Тьма над народами. Didelė tamsa virš tautų. Вавилон. Бабилонas. Глаза их не закрыты. Jų akys yra uždengtos. Но этот могучий ангел, bet tas galingas ангелas, который сошел, kuris nužengė, сюда на землю, čia ant žemės, в Откровении 10, apreiškimo 10, в Откровении 11, apreiškimo 11, в Откровении 18, apreiškimo 18, Откровение 11, apreiškimo 11, он ждет, jis laukia, он ждет, чтобы laukia, войти в Откровение 11, tam, kad įeitų apreiškimo 11. Сейчас он в Откровении 10. Dabar jis yra apreiškimo 10. С раскрытой книгой. Su atverta knygele. Он не с пустыми руками, друзья мои. Jis nėra tuščiomis, draugai. Он сошел. Jis nužengė. Не с пустыми руками. Ne tuščiomis rankomis. И он говорит, советую. Jis tarė, aš он обращается к этому ладикийскому периоду. Jis kreipėsi į ладикеjos периодą. Он обращается ко всем этим деноминациям. Jis kreipėsi į visas tas denominacijas. И он говорит, советую. Ir jis sako, siūlau tau. У меня приобрести. Iš manęs įsigyti tai. И у него три вещи. Ir jis turi tris dalykus. Золото, auksą, огнем очищено, одежда, ugnimi apvalyta drabužiai, и мазь. Ir tepalą. Помазать глаза. Kad patepti akis. Чтобы видеть определение Господне. Viešpaties paskyrimus. Вначале помазываются глаза, чтобы видеть. Akis yra patepamos tam, kad matytų. Одежда. Drabužis. Чтобы одеться. Kad apsirengtum. От одежды невесты. Tai yra nuotakos drabužis. И золото. Ir auksas. Огнем очищено. Ugnimi apvalytas. Символизуoja charakterį. Его качество. Jo kokybė. Его натура. Jo prigimtį. Это его добродетель. Tai yra jo dorybė. Облик мужа совершенного. Tobulo žmogaus ūgis. Это ключевая проповедь. Tai yra raktinis pamokslas. Пророк сказал. Pranašas pasakė. Это учение. Tai mokymas. Для человека. Žmogui. Который окажется в том вечно церковном периоде. Atsidurs tame amžiname bažnyčios periode. В конце печати. Ant spaudų pabaigoje. Это не младенец. Tai nėra kūdikis. Это
облик мужа совершенно, это будет зрелый. Ugis, tai bus brandus žmogus, муж. Brandus žmogus. Это будут те семь добродетелей. Tai bus tos septynios dorybės. Добродетели Иисуса Христа. Jėzaus Kristaus dorybės. И когда он видит это в церкви сегодня. Ir kai jis tai išvys šiandien šioje bažnyčioje. Тогда заглавный камень сходит. Tuomet užbaigiamasis akmuo nužengia. И это пробуждает всех остальных. Ir tai вытягивает из могилы. Ir tai pažadina visus kitus likusiuosius iš kapų. Благодарю тебя, Господь. Дякую тобі, Господи. Поэтому он говорит. Тогда он сако, бажніча. Вытащит из могилы остальных из них. Из капу visus likusiuosius užmigusiuosius. Это будет воскресение. Tai bus prisikėlime. Вот для чего Святой Дух. Что кодел ра Святой Двася? Что Святой Дух? Kas yra Šventoji Dvasia? Без нас они не могут быть соделаны совершенными. Be mūsų jie negali būti padaryti tobulais. Они жили в одном дне. Jie gyveno savo laiku. При том, что было. Kuris praėjo. Мы живем в другом дне. O mes gyvename kitoje dienoje. Что Святой Дух, он говорит дальше? Kas yra Šventoji Dvasia, jis toliau klausia. Тебе. Tai yra Dievas tavyje. Это Бог тебе. Tai Dievas tavyje. И Бог. Ir Dievas stengiasi pastatyti bažnyčią į poziciją, tam, kad išreikštų patį į save. Pozicija, turi būti pozicija, kurioje Dievas išreikš patį į save. Jis negalėjo savęs paties išreikšti visoje pilnatvėje iki Jordano. Ar suprantate, Jordanas simbolizuoja mirtį tavajam aš. Поэтому Елисей даже не дерзал просить двойную порцию. Недрисо дар прошити двигубо сайко. Только когда он прошел свой Иордан. Кей исперио савый Иордана. Только когда Израиль прошел свой Иордан. Тик Израиль исперио савый Иордана. Только тогда. Тик томет. Они были помещены. Я был потолпинти. Размещены. Поскирстити тос юветос було. Ir jie kovėsi. Jėzus должен был прийти свой Иордан. Jėzus turėjo savo Jordaną praeiti. Jėzus пришёл. Приejo. Пророку в духе силы Илии. Jėzus пришёл как? Можете повторить? Пророку Иоанну. Ай, pas Joną atėjo. Который был в духе силы Илии. Jis buvo dvasioje ir jėgoje Elio. Jėzus atėjo. А кому мы сейчас должны прийти? O pas ką mes šiandien turime ateiti? А? Кому мы приходим pas сейчас? Ką, mes dabar ateiname. У нас должен быть тоже пророк. Mes taip pat turime turėti pranašą. Ir jis yra. И он оставил видение. Ir jis paliko mums regėjimą. Которое замедлилось. Kuris užsitęsė. Но оно не замедлилось. Bet jinai, tas regėjimas neužsitęsė. Не замедлилось. Nesulėtėjo. В тишине. Tylumoje. Происходит зрелость. Vyksta branda, brendimas. В тишине. Тилоя. Зреет семя. Бряста сетла. В тишине. Тилоя. Невеста облекается. Аллилуйя. Сиренге, аллилуйя. В тишине тилоя, ей дано было приготовиться. Ей было дано посирощи. В тишине тилоя, Святой Дух Святой готовил Дваце, сыновей и дочерей сунус Божьих. И проявлению этого третьего рывка. Трячую потраукимо посирощиму. Этой могучей силы. Посирощиму и тос диделес ягос. Та пробуждение прошло. Жмоня сако, пробудимо ее упраео. Пророк был на сцене. Пранашевский был антвейксмо сценос. У нас есть. Послание. Dabar mes jau turime žinę. У нас есть третий рывок. Mes turime trečiąjį patraukimą. Biblija. Уже открыто. Вот все. Вот. Микрофон. Ай, минус, минус. И все хорошо. Особо. У нас есть. Turime. Пленки мы читаем. Garsajustes, kaip skaitėme. У меня вопрос. А где? Кила клаусимас. Тот Бог, который был с Илией. О кур тас девас, курис был су Элию. А если Бог с нами? Ей девас у мумис, кур виси стебуклы. А если Бог сказал? О ей девас пасаке. Что у него будет точно такая же церковь, как был он. Кад ис трес токе паче бажнича, кайп йо лайку. А вряд, ну, исцеление там, жмоне языки, сако, на, ten, išgydymai, там истолкование, kalbėjimas kalbomis, aiškinimai, pranašystės. Mums nereikia jau viso to. Это пятидесятничество. А вы верите в оправдание? Ar jūs tikite išteisinimu? Мы оправдавшись верой, да. А восхищение вы верите? Ai, pašventinimu tikite? Что Бог свят, мы должны... Dievas yra šventas, мы должны быть шventi, ar ne? А тогда почему мы не можем верить и в эту часть? Kodėl mes negalime tikėti ir likusiąją dalimi? Если тебе не надо языки, jeigu тогда tau тебе не kalbų, надо и оправдание. Tuomet tau ir išteisinimo nereikia. Тот же Святой Дух. Tas pati Šventoji Dvasia.
Он говорит, что я Святой Дух? И сако, кас yra Šventoji Dvasia dabar? Tai yra Dievas tavyje. Бог тебе, послушайте, это Бог тебе. Tai Dievas tavyje. Для чего он? Kam jis Šventoji Dvasia duota? Чтобы продолжать tam, его дело среди его народа. Darbą jo tautoje. Продолжать его дело среди kad народа. Tęsti jo darbą tautoje. Чтобы собрать свою церковь. Kad paimtų jo bažnyčią. Повести церковь сегодня гораздо дальше. Ir kad nuvestų bažnyčią daug toliau. Лютеран. Лютеронус. Дальше, методистов и пятидесятников, ir sekmininkus, и привести на место усыновления и вести juos į įsūnijimo vietą, и восхищающие благодати, ir į paimančią malonę, когда эта церковь, kai ši bažnyčia, когда эта часть церкви, kai ši bažnyčios dalis, когда дух входит и движется в этой церкви, kai dvasia įeis ir judės veikšioje bažnyčioje, она поднимется, ji pakils. И она принесет всех искупленных, которых коснулся тот дух. Ir pakels visus išpirktuosius per tą dvasę. Церковь. Tai reiškia, kad bažnyčia. Она будет и оправдана. Ji bus ir išteisinta. И освящена. Ir pašventinta. И крещена. Ir pakrikštyta. Потому что оправдание todėl, kad išteisinimas проложило путь для освящения. Nutiesė kelią pašventinimui. Освящение проложило путь для крещения Святым Духом. Nutiesė kelią krikštui Šventąja Dvasia. И крещение Святым Духом проложило путь nutiesė kelią для самого Святого Духа. Pačiai Šventajai Dvasiai dabar. Итак, мы видим, да, taip mes matome, что этот ангел, kad šis angelas, это сам Господь Иисус Христос, pats Jėzus Kristus, он сегодня берет церковь, jis šiandien ima bažnyčią, которые были в его разуме, tuos, kurie buvo jo prote, в его видении, jo regėjime, которые были записаны, kurie buvo įrašyti, в его книге, jo knygoje, прежде создания мира, dar prieš pasaulio sutvėrimą. Давайте окунемся туда. Draugai, pasinerkime į šias mintis. Еще даже звезд не было. Dar žvaigždžių nebuvo. Ангелов не было. Ангелų nebuvo. Он говорит, мы уже sako, были в его мыслях. Mes jau buvome jo mintise. Книга Откровения была в его мыслях. Она была прежде создания мира. Ji buvo prieš pasaulio sutvėrimą. Он говорит, и вы были. Ir jis sako, jūs ten buvote jo amžinose mintise. Поэтому он говорит, вы и сможете sako, это понять. Jūs ir galite tai suprasti. Вы сможете jūs это понять. Galėsite tai suprasti. Но. Bet. Пока мы kol mes, во младенческом возрасте. Kūdikių amžiuje esame. Бог будет работать с нами как с младенцами. Dievas elgsis su mumis kaip su kūdikėliais. Но у нас есть обетование. Bet mes turime pažadą. Мы придем. Mes pasieksime tobulumą. Мы придем mes pasieksime к облику мужа совершенного. Мы придем mes pasieksime позиции сына. Сыну позиции. Мы придем mes pasieksime к тому же самому служению, которое было у Иисуса Христа. Tarnavimą, kurį turėjo Jėzus Kristus. Мы придем к той mes стадии, pasieksime tą stadiją, когда вновь будет сказано, kai bus vėl ištarta, его слушайте. Jo klausykite. Вы понимаете, когда-то время, koks tai yra laikas, когда-то время настанет, когда это время laikas, уже сейчас. Laikas yra jau dabar pat. Бог ждет тебя, Dievas Бог ждет тебя, брат, сестра. Broli, sese. Тебе нравится оставаться младенцем? А тау patinka likti kūdikėliu? Тебе нравится играть с этой ладики? А тау patinka žaisti su ладикея? Поднимите руку, кому это нравится. Pakelkite rankas, kam patinka. А поднимите руку, кто действительно желает проявления сыновей и дочерей Божьей. Вы знаете, кто еще поднял руку? Ar žinote, kas dar pakėlė ranką? Творение подняло руку. Kūrinyje pakėlė ranką. Творение подняло руку. Kūrinyje pakėlė ranką. Потому что творение ожидает проявления, откровения сыновей Божьих. Халилуя. Dievo sūnų ir dukterų pasireiškimo. О, мой Господь. О, mano viešpatie. Давайте мы откроем с вами Галатам, известное местописание. Галатams žinoma gerai vieta. Моя тема это mano tema, tai время отцом назначенное. Время отцом назначенное. То есть laikas. Отец tai назначил время. У отца есть видение и срок. Tėvas turi regėjimą ir laikotarpius. И глава 4 Галатам говорит. Галатams 4 sako. Еще скажу, наследник. Сакауги, kad paveldėtojas yra vaikas. Маленький. Он ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Jis nieko nesiskiria nuo tarno, nors ir yra visų viešpats. Вот смотрю, у сестрички сидит это, да? Жюрю при сестрите сидит берniukas. Маленький вот он. Mažas он berniukas. Уже считается наследником. Jis jau yra skaitomas paveldėtoju. Но может ли он сейчас управлять наследством всем или нет? Ar gali jis tuo paveldu šiandien valdyti? Нет, да, брат?
Не может он. Негали, сможешь его посадить за руль автомобиля? Уж, автомобиля? А это немножко постарше, его сможешь посадить? Вот, а вересный, нет. Гали посадить? Да. Но наследник. Бет, но ничем не отличается, не Библия говорит, да, от раба, хотя и господин всего. К нему определенные требования, да? Вы все хорошо читали проповеди усыновления, духовного усыновления. Я к этому не буду подходить, я буду подходить к главному, к тому, что сейчас. Он говорит, он подчинен попечителями и домоправителями до срока отцом назначенного. Он подчинен. Подчинен, да? Yra valdžioje. До срока отцом назначенного. Tėvo nustatyto laiko. Когда человек рождается Духа Божьего, kai žmogus gimsta iš Dievo dvasios, он уже сын. Jis jau yra sūnus. Он уже сын. Jis jau yra sūnus. И каждый отец, ir kiekvienas tėvas, когда у него рождается сын, kai jam gimsta sūnus, он уже что? Jis jau ką? Наследник. Jis yra paveldėtojas. Мой наследник. Mano paveldėtojas. Все, что у меня, это я передам ему. Aš perduosiu jam. Правильно? Ar tai tiesa? Так оно это идет. Juk taip ir yra. Ну дальше этот наследник toliau, должен что? Tas paveldėtojas turi padaryti определенный ką? Путь. Praeiti tam tikrą kelią. Определенный этап. Tam tikrą etapą nueiti. Иисус, когда он родился. Jėzus, kai gimė. Его не понесли сразу на Голгофу. Jo iš karto į Golgotą nenunešė, į Kalvariją. Usalasli, правда? Ar sutinkate su to, ar ne? Как вы думаете, а Бог принял бы его тогда? Kaip galvojate, ar Dievas būtų jį priėmęs tada Kalvarijoje? Нет, конечно. Žinoma, kad ne. Нет. Ne. Аллилуйя. Значит, говорят некоторые. Конечно, принял бы. Žinoma, kad būtų priėmę. Ne, принял. Тогда нужно идти в зрелом, осознанном. Будет он должен был исполнить много еще мест Писания. И он должен был расти. Jis turėjo išaugti. Он поражал этих деноминационных служителей. Jis įveikė tuos denominacinius tarnautojus. В храме. Šventykloje kovojo su jais. 12 лет. Būdamas 12. Откуда у него такое? Iš kur jis visą tai turėjo? Но когда пришло время. Bet kai atėjo laikas. Дальше говорится. Toliau yra sakoma. Так и мы. Доколе были в детстве, были порабощены вещественными начатками мира. Kai buvome vaikai, buvome pasaulio pradmenų vergijoje. Но когда пришла полнота времени. Bet kai atėjo laiko pilnatvė. Пророк этот период, еще периода пранашас, который мы сейчас живем, kuriame mes dabar gyvename, проповеди усыновления, помоксле исунимас, я буду вам говорить по памяти, aš iš atminties jums paminėsiu dalykus, вы это сами найдете, проповеди усыновления, galėsite atrasti tai помоксле исунимас, когда он говорит Ефесянам 1 глава, jis liečia Efeziečiams 1 skyrių, место в устроении полноты времен, apie laikų pilnatvę, и пророк говорит, pranašas sako, полнота времен, laikų pilnatvė, это сейчас, yra dabar pat. И позиционно эту проповедь усыновления. И позитишкой это помокслось и сунисте. Он ставит ее после открытия печати. Jis pastato jį po anspaudo atidengimo, tą помокслось patalpina. Только после раскрытия семи печатей. Todėl, kad tik po septynių anspaudo atidengimo. Когда церковь приготавливается. Kai bažnyčia jau yra paruošiama. Когда церковь растет. Kai bažnyčia auga. Только после этого будет проявление сыновей и дочерей Божьих. То галес пасireikšti Dievo sūnus ir dukteris. Потому что проявление nes pasireiškimas приходит после того, ateina tik po to, а это полноты. O tai yra pilnatvė. Полноты Духа. Dvasios pilnatvėje. Полноты Христа. Kristaus pilnatvėje. Только тогда, когда все тайны должны быть завершены. Tik tada, kai visos paslaptys jau yra užbaigtos. Аминь, можем сказать? Амен, ar galime pasakyti? Потому что когда вся Библия не раскрыта, nes, kai visa Biblija dar nebuvo atidengta, тогда ты не проявишь всю Библию. Tu negalėsi ir išreikšti visos Biblijos. Ты можешь проявить только часть Библии. Galbūt išreikšti tik dalį Biblijos. Вот почему лютеране могли проявить только оправдание. Štai kodėl liuteronai galėjo išreikšti tik išteisinimą. Может быть, собирались эти братья. Galbūt tie broliai rinkosi. Общались. Bendravo. Если мы были в лютеранском периоде. Jeigu mes būtume liuteronų periode. Знали бы только то, что Лютер принес. Žinotume tik tai, ką Liuteris atnešė. Наверное, пришли бы братья, вот, как брату Дэвису, бролики, приходят гости, свечи, как, тарким, ateina, принесли бы пиво, отнешту я малаус, по сигаре бы закурили, порукиту, турбут, ну, про Бранхам говорит, Лютер курил сигару, пил пиво. Руки цигара и руки это было нормально. Гере алу, это было нормально им. Но они были победителями своего периода. Это было нугалетой из своего периода. Своего периода, повторю. Своего периода. Своего периода были победителями. Своего периода и было нугалетой. Они еще были младенцы. Я был кудикелей. Они были еще это зелененькие такие. Жали было. Какая же там пшеница? Какие там
kokie ten kviečiai. Но в них была Божья жизнь. Bet juose jau buvo Dievo gyvybė. Мера Божья жизни. Dievo gyvybės saikas. Когда пришли веслияне. Kai atėjo veslio žmonės. Они сделали упрек. Jie papeikė. Это был упрек. Jie papeikė juos. Вы, вчераня. Jūs, liuteronai. Говорит, пьете пиво. Kaip jūs gerite? Сереты. Боги святы, мы должны быть святы. Dieve, mes turime būti šventi, Dievo šventas. Они сидели, говорили, слушай. O jie sėdėjo ir sakė, klausykit. На Голгофском кресте. Голготос кріжі, оправдавшись верой. Mes išteisinti tikėjimu. Мы уже не католиков, мы оправданы. Не пас католикус, мы išteisinti. Они говорят, нет, нет. Сако, не, 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 палаукит. Бог свят, и вы должны быть Dievas святы. Дievas шventas, ir jūs turite būti šventi. И Святой Дух начал освящать церковь. И Святой Дух начал освящать церковь. Потом пришло время. Потом отеял лейкас. Но не полнота времени. Да дар не лейку пилнатве. Это было видение. Тай буво тик регеймас. Именно 20 века. 20 amžiaus. Когда пришел период пятидесятников. Kai atėjo sekmininkų periodo laikas. И Бог. Ir Dievas должен был восстановить turėjo atstatyti эти дары, tas dovanas, сверхъестественное, antgamtiškumą. И церковь подумала, что это долгожданное восстановление. O bažnyčia pagalvojo, kad yra ilgai lauktas atstatymas. Потому что было излияние силы. Todėl, kad įvyko jėgos išliejimas. Но это еще было не все. Bet tai dar nebuvo viskas, nebuvo pabaiga. Потому что должен был прийти пророк-посланник. Nes turėjo ateiti pranašas pasiuntinys. И открыть. Ir atverti. Тайну семи печати. Септинью анспауду паслапти. И объявить. Ir paskelbti. Анса. Авинелю атеима. Какого? Кокио авинелю. С раскрытой книгой. То, курис турею отверта книгеле. Поэтому мы видим. Todėl mes matome. Что один период прокладывал путь для другого. Kad vienas periodas nutiesdavo kelią kitam. И пятидесятники стали упреком к методистскому периоду. Tapo papeikimu metodistų periodui. Но когда пришла полнота слова, bet kai atėjo žodžio pilnatvė, это открытие печати. O tai yra antspaudų atidengimas. Тогда это стало упреком к пятидесятникам. Papeikimu sekmininkų. Это был упрек. Tai buvo papeikimas. И пророк сказал. Ir pranašas pasakė. Мы не живем уже в 50-ческом веке. Jau nebegyvename sekmininkiškame amžiuje. Мы живем уже выше mes этого. Mes gyvename aukščiau jo. Toliau. И он называет этот период, который мы живем. Šį periodą, kuriame mes Ладикия, gyvename. Она движется до конца. Sako, Ладикия eina sau toliau. Но она уже вошла во тьму. Bet ji jau paniro į tamsą. Она вошла во тьму. Ji paniro į tamsą, Ладикия. Наши ноги ходят по Ладикии. Mūsų kojos vaikšto dar po Ладикия. Но наша душа. Bet mūsų siela. Она вышла yra оттуда. Aukščiau išėjo iš to. Орлы вылетели. Ereliai išskrido, pakilo. Послание орла. Erelio žinia. Это другое животное. Kitas gyvūnas. Это орел. Tai erelis. Это не человек. Tai nebe žmogus. Нас вызвало. Пошуки мус. Поэтому мы ходимся выше. Todėl mes esame aukščiau. Это период невесты. Nuotakos periode. И когда пророк проповедовал пирамиду. Ir kai pranašas pamokslavo apie piramidę. Как он обозначил эту пирамиду? Kaip jis apibūdino tą piramidę? Ar prisimenate? Он называет ладикийский период братолюбие. Sako, ладикийos periodas tai yra broliška meilė. Которым послан Илия. Kuriam yra pasiųstas Заглавный камень. По то yra užbaigiamasis akmuo. Ir jis pavadina совершенно любовь. Tobula meilė. Или же семь громов. Arba septyniais griaustiniais. Не будет ли этот заглавный камень с семью громами. Jis ir bus tai septyni, tie septyni griustiniai ir bus to užbaigimojo ašmeniu. O tai yra tobula meilė. A между этими, o tarpe jų, между ладики, tarp ладикеos и заглавным ir камнем, užbaigimojo akmens, ką jis ten patalpina? Пишет сам святой дух. Sako, ten yra pati šventoji святой dvasia. Šventoji dvasia. И проповеди. Ir pamoksle. Восстановление древа невесты. Nuotakos medžio atstatymas. Он говорит, это группа, ta grupė, святого духа. Šventosios dvasios. Идеально обтачивается. Идеалей ir обташома. Под служение заглавного камня. Užbaigiamojo akmens tarnavimą. Аллилуйя. Аллилуйя. Поэтому сейчас время. Todėl šiandien yra laikas, святой дух, kai šventoji dvasia приготавливает, paruošia, обтачивает, обташо. Доводит к зрелости приведа при брандос сыновей и дочерей Божьих. Сунус ир дуктерис Дьево. Для того, чтобы это видение, kad šis regėjimas, которое кажется замедлилось, kuris rodos užsitęsė, не draugai. Это было слово отцом tai назначено. Жодис Дьево, поэтому, laikas Дьево paskirtas. Пришла полнота времени. Todėl, kai atėjo laikų pilnatvė. Тогда, tuomet, 2000 лет назад, prieš 2000 metų, ką padarė Dievas? Сына своего единородного. Siuntė savo vienagimį сыну, который родился от жены, подчинился закону. Gimė iš moters ir paklusų įstatymui. Чтобы искупить подзаконных. Kad atpirktų tos, kurie yra įstatymai. Дабы нам получить усыновление. Kad mes gautume įsūnystę. Почему
эти два периода называются полнота времен. Yra vadinami laikų pilnatvė. Pažvelkite. Слово полнота времен. Žodis laikų pilnatvė. Когда рождается Иисус, kai gimsta Jėzus, он называет полнота времен. Tai pavadino laikų pilnatvė. Потому что когда рождается Иисус, kuomet gimsta Jėzus, это Бог становится tai в плотью. Dievas tampantis kūnu. Полностью. Pilnatvė, во Христе pilnatvėje, Kristuje, сам Бог pats Dievas примирял с собой мир. Сутайкино су совими пасаулі. Аминь. Амен. Он говорит, и это время ir jis sako, tai yra laikas, также будет временем полноты времен. Tai taip pat bus laikų pilnatvės laikas. Это время усыновления. O tai yra įsūnystės laikas gale. И шестой стих Галатам. Ir šeštoji eilutė Galatams. А как вы сыны, o kadangi esate sūnus, обратите, а как вы сыны, atkreipkite dėmesį, kadangi вы не стали sūnus, сынами, netapote sūnumis, вы были сынами, buvote sūnus, вы были сынами, buvote sūnus, вы были в его видении, jo regėjime, точно так, как мы с вами говорили вчера, lygiai taip pat, kaip vakar kalbėjome, Елисей, Елизейus, он ходил, jis vaikščiojo, и пахал, да, ir с валами, lauką su jaučiais, но в Божьем видении, Dievo regėjime, Бог увидел его пророком. И он берет и срывает эту печать жизни и открывает своему пророку. И говорит, Илия, там мой молодой пророк, Елисей, Елизеюс, пойди, eik, брось на него милость. Когда проходил Илия, kai praėjo Елисей понятия не имел. Елизеюс dar neturėjo supratimo. Необходимо было реальное соприкосновение с Илией. Realus susilietimas su Eliju. Ибо у него была тайна на тот момент. Nes jis turėjo paslaptį tą akimirką. Теперь, когда Ильи не стало, dabar, kai Elio nebeliko, все тайны, visos paslaptys, они перешли и были уже в Елисее. Jos perėjo į Eliziejų. И он исполнил то, ir jis išpildė, что не докончил tai, Илия. Ko dar nebuvo baigęs Elijas. Невеста, nuotaka, закончи то, tai, что изрек Илия, ką ištarė Elijas. И даже если это замедлилось, ir net jeigu tai atrodo užsitęsė, оно исполнится, tai išsipildys, исполняется сейчас, ir pildosi dabar pat. Поэтому, а как вы сыны, kadangi esate sūnus, то Бог послал сердца ваши духа сына своего пьющего Ава Отче. Dievas išsiuntė jūsų širdį savo sūnaus dvasę šaukiančią Aba Tėve. Посему ты уже не раб, todėl но сын. Небеси тарнас, bet sūnus. А если сын, o то и наследник Божий через Иисуса Христа. Tuomet Dievo paveldėtojas per Kristų. И он называет нас сыновьями, sūnumis, наследниками, paveldėtojais. И сейчас время отцом назначенное, точно как было с Иисусом, lygiai, kaip buvo nuomet su Jėzumi, когда он прошел свой Иордан, kai jis perėjo per savo Jordaną, когда он прошел свою пустыню, kai perėjo per savąją dykumą, когда еще он проходил крещение Иоанна Крестителя, kai помните? Jis ėjo pasikrikštyti pas Joną Krikštytoją, голос сказал, balsas tarė, сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Man yra malonu gyventi. То есть мне угодно в нем обитать. Malonu jame gyventi. И тот Бог, ir tas pats Dievas, Отец, Tėvas, он соединился со своей плотью, susijungė su savo со kūnu, своим сыном, su savo sūnumi, он становится одно, ir jis tampa viena, и он ведет его в пустыню. Veda jį į dykumą. Написано, Иисус духом был поведен Jėzus в пустыню. Dvasios buvo nuvestas į dykumą. И у пустыни он проходит все искушения и все испытания. Dykumoje jis praėjo visus išbandymus ir išmėginimus. А к чему Бог его подводил? O prie ko Dievas jį vedė? И когда мы видим Матфея 17 глава, matome, dabar, mato 17 skyrių, žvelgime į jį, когда явился ему на горе преображения Моисей и Илия, ant atsimainimo kalno, kai jam pasirodė Mozė ir Elijas, когда он преобразился белой одеждой, kai jis atsimainė ir buvo baltose drabužiuose, что же это было за служение? Kasgi tai buvo per tarnavimas? Это было служение, tai buvo tarnavimas, позиции усыновления, įsūnytoje pozicijoje. Бог Dievas официально, oficialiai, да? Официально, официально, это была постановка сына. Tai buvo sūnaus pastatymas į poziciją. И когда Петр, да, ir kai Petras taip увидел, pamatė tai, Илию, Моисея, Мозе, ой, хорошо. И сказал, ой, как хорошо. И самое первое создадим кущу. И сказал, из карто постатикиме палапине. И только он это говорил. Вот такие стои иштаре. Написано голос balsas, из облака. Из дебесиес. А разве мы не имеем облака сегодня? О, арги мяс не туриме шенден дебесиес. А разве мне не явился Господь в облаке? Арги ешпец не посероде дебесиес. И сегодня каждый сын. И шенден кеки вена сунус. Голос из облака. Balsa iš debesies.
сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение и добавляет два слова. Его слушайте. Аллилуйя. Вся власть переходит сыну. Его слово равно моему слову. Видение последнего времени будут сыновья и дочери Божьи позиционно установленные перед самым пришествием Господа Иисуса. Они будут в своей позиции, в должной позиции. И они должны будут получить власть. Проповедь, что я сделал с Иисусом, называемым Христом. Помоксля, ка мадрити с Иезуми, вадинамому Христуми. Динамика этой церкви будет перенаполнение Святым Духом, которым мы действовали в малой мере. Kurį mes anksčiau turėjome ir veikėme mažame saike, kuriuo veikėme. Четвертая печать. Ketvirtasis antspaudas. Пророк говорит. Pranašas sako. Я буду по памяти. Aš iš atminties. Подождите, пока те семь громов Палаукайте, кол те проговорят голосами своими своих балсей, той группе, тай группе, той группе, тай группе, тем сыновьями дочерям Божьим, которые научатся держать слово, которые ишмокс лайкити жоди. Поэтому вот для чего мы проходили весь этот порядок. Порядок церкви. Различные служения. Бог смотрел за нами. Он наблюдал, как мы будем поступать. А самое главное, знаете, на что Бог смотрел и смотрит в этом часе? Как ты можешь сегодня прощать? О, друзья мои, о, мои друзья, если ты можешь прощать, если ты можешь прощать, тебе дух прощения, тебе не просто отлейдимо двася, не я тебя прощаю, а что отлейджу? А внутри, о, ведуя, а ты не так, и ты знаешь. Taip nėra, нет, ты жены, ты. Не, прощать, отлейсти, это освободить лишнего, ушлайсвинти артима. Когда Бог видит силу прощения, ега, он говорит, ну, sako, он был испытан. Я братью против него поднял. Они ложь на него говорили. Я мелогинга пей кальбея. Такую ложь. Токи мело. А он прощает. О, он вис тек отлейджа. О, говорит, taibent, это мое качество. Mano брожес, это мы дам им еще одно испытание. Дар положи его в больницу. Paguldysiu jį į ligoninę. Pasmotriu tam. Pažiūrėsiu ten, kaip jis elgsis. Nu, tai pasmotri, šiuo dėlėt bolnice. Pažiūrė, ką jis daro ligoninėje būdamas. Imu tam neležitsa. Jis negali ten išgulėti vietoje. On chodit į šit etik. Jis vaikšto ir ieško. Работника, кому бы слово засвидетельствовать. Kam žodį gali paliūdyti. Разве не так Бог вел нашего пророка? Argi ne taip Dievas vedė mūsų pranašą? Разве пророк не попал в больницу? Argi pranašas nepateko į ligoninę? Он говорит, здесь нет ни одного, кто бы не слышал о крещении во имя Иисуса. Neliko nei vieno, kuris būtų negirdėjęs apie mano aiškinimą apie Jėzaus krikštą Jėzaus Kristaus vardu. Больной человек ligonis guli, попал в больницу. Pateko į ligoninę. А он не думает о том, что он больной. Он не о том, чем он серга. Думал, о чем? О какая из головою? Он занимался делами отца. Jis buvo užsiėmęs tėvo darbais, tėvo reikalais. Для чего он послан здесь, žinojo, друзья мои? Сюстас, знаем ли мы, для чего мы здесь родились? Кам мяс че гимеме? И может быть сегодня для кого-то это время. Galbūt kažkam šiandien yra laikas, когда печать, kai ant spaudai, твоей собственной жизни будет сорвана с тебя. Nuplėšti nuo tavęs. И ты увидишь, постигнешь видение. Išvysi, pamatysi tą regėjimą этого времени. Šio laikmečio, что Бог kad Dievas избрал тебя, išrinko tave, чтобы проявить там, kad себя самого через тебя. Per tave. Он хочет nori наполнить тебя Духом Святым. Pildyti tave šventąja dvasia. Он хочет дать тебе прощение грехов. Дуоте тау нодемю отлейдима. Скажите, здесь есть люди, которые еще не приняли водного крещения во имя Иисуса Христа для прощения грехов? Отведите руку, кто еще не крещен во имя Иисуса Христа. Истинное крещение кто не получил? Деяния 2:38. Раз, два. Венс, два, три. Тоже не нет. Ты у вас сегодня прекрасные шансы и возможности. Пусть Бог благословит. Пусть Он проговорит. Вы увидите важность этого. Когда это приходит из Библии, из Библии. Бог обязан своему слову. Dievas yra įsipareigojęs savo žodžiui. Когда ты входишь в это служение,
То, что Бог обещал. Тай, kad Dievas pažadėjo, а он сказал: "Покайтесь каждый из вас". Отгалаукайте kiekvienas iš jūsų. Каждый. Kiekvienas. Ой, у меня столько грехов. А так это же хорошо, что у тебя столько грехов. Ты гарей, как тут ритек. Потому что ты можешь, тебе есть чем каяться. Ты тури уж ка отгайлауте. Радуйся, что у тебя столько грехов. Джокис, который тек док нодемил. И пусть это приведет тебя к покаянию. И привез тебя при отгайлос. Эти грехи приведут тебя к покаянию. И отвез тебя при отгайлос. Тогда есть тот, который может простить эти грехи. Тас, который сгалес того отлясти, тас нодемес. Он говорит, ты крестишься в его имя. И ты посекрикштеси его вардо. В имя жертв, в имя Иисуса Христа. Укос вардо, Иезус Христос вардо. И он прощает тебе все грехи. И есть та отлясть висас нодемес. И он дает тебе Духа Твоего Святого. Ir jis tau suteikia savo šventąją dvasią. Это будет уже твой Святой Дух. Tai bus jau tavo šventoji dvasia. Вы слышите? Ar girdite? То, что Бог дает тебе, tai, это твое. Duoda, tau yra tavo. Святой Дух, это наш жених. Yra mūsų jaunikis. Вот моя жена. Štai mano žmona. Она может сказать, gali pasakyti, это мой муж. Štai ten stovi mano vyras. Я заявляю на него права. Aš reiškiu jį teises. А я заявляю на нее права. Aš reiškiu ją teises. Мы одно. Mes viena. Аллилуйя. Аллилуйя. У вас сегодня прекрасный шанс и возможность. Не упустите это видение. Не пролайскайте еще регеймо. Я скажу, это конференция. Noriu pasakyti, ši konferencija, это было видение Божье. Ir yra Dievo regėjimas. И нам казалось, что замедлилось. Mums atrodė, kad dalykai užsitęsė. Как это, а? Мы думали, замедлилось. Mes galvojame, kad какие были сильные испытания проходили. Sunkius išbandymus praėjome, kokius. Пока дожался этот месяц, уже инфаркт получил. Kol aš priėjo ši diena, atrodo, net infarktą aš patyriau. Но Бог, bet Dievas, может быть, усмотрел это для одного человека. Galbūt numatė tai dėl vieno žmogaus. Это было в его видении. Ir tai buvo jo regėjime. Филипп оставил целую Filipas конференцию в Самарии. Paliko visą konferenciją Samarijoje. И поехал на другую конференцию. Ir išvyko į kitą konferenciją su Dievu. С одним евнухом. Su vienu eunuchu. Аллилуйя. Аллилуйя. Хвала тебе, наш Господь. Шлове тому мусу вешпатя. О Боже, насколько это дивно и прекрасно. О Dieve, kaip tai yra nuostabu ir didinga. Я еще несколько цитат зачитаю. Dar noriu perskaityti kelias citatas. Все, что говорю, вы можете найти это послание часа. Kas, apie ką kalbu, galite surasti tai valandos žinioje. Просто верьте всему, что Бог сказал. Tikėkite viskuo, ką Dievas pasakė. Tikėkite всему. Viskuo. Всему. Viskuo. Так как ему сомневаться? Kaip aš galiu dar abejoti? Это уста Божьи. Juk tai yra Dievo lūpos. Сегодня ходят различные ложные духи. Šiandien vaikštinėja įvairios melagingos dvasios. Братья, которые долго были в послании. Broliai, kurie buvo ilgai žinioje. Сейчас говорят, šiandien sako, ну и мы не всему должны верить пророку. Mes не виску iš pranašo turime tikėti. А кто ты такой? Aš sakau, kas tu toks iš viso esi? Эй, кто ты такой? Kas tu toks? Что ты? Kad tu пытаешься bandai объяснить пророку. Paaiškinti pranašą. Где ты был тогда? Kur tu tada когда buvai? В Чикаго собрали все эти служители. Kai Čikagoje visi susirinko tie tarnautojai. Пророк очень культурно их пригласил. Pranašas labai kultūringai juos pakvietė. Он стал с Библией. Jis paėmė Bibliją. Он говорит, выходите. Sako, išeikite į priekį. Вы там против семени змея. Jūs ten esate prieš gyvatės sėklos mokymą. Apie kitus, prieš kitus mokymus ten. Выходите. Sako, išeikite į priekį. У вас есть возможность. Jūs turite galimybę. Ангел здесь. Čia yra Dievo angelas. И если вы сможете. Jeigu jūs sugebėsite paaiškinti man, pagrįsti, kuo aš esu neteisus. Ангел. Ангелас Дьявол, который сейчас меня поразит. Тогда он меня ищет к смерти. А если нет? О, если не, тогда вас. Тогда тебя ищет к смерти. И там была такая тишина. И там была такая тила. Вообще тихо, тихо было. Сакуешь, все тилу тилу было. А сейчас? О, добар. Восстают духи. Ишкила двасьос. Дафаны. Датанас. Кореи. Кореи. Яни. Ямбры, Янас, Ямбрас, противятся пророку третьего исхода пранашуй, и пытаются о чем-то говорить. Ir bando dar apie kažką kalbėti. Это правильно, это tas неправильно. Tas neteisinga. Бог помыслил. Dievas pagalvojo. Он изрек. Jis ištarė. Через свои уста. Savo lūpomis, которых он избрал. Kurias jis išsirinko. И то, что изрекли уста. Ir tai, ką ištarė lūpos, это записано на скрижалях tai этих пленок. Yra įrašyta tų garsavišių plokštėse perkeltine prasme. Авакуму было сказано, buvo pasakyta, начертай ясно видение. Aiškiai užrašyk regėjimą. Kad каждый мог прочитать. Kad kiekvienas galėtų perskaityti. И вот я хочу прочитать. Štai aš noriu perskaityti. Ясно оно будет или не ясно. Ar aišku bus, ar neaišku. И вот он говорит. Ir štai jis sako. Израиль и церковь. Я свято верю. Помокслас. Aš tikiu.
ta propadė Izraelio cerkvė 4. Izraelis ir bažnyčia 4. Ja sveta vėriu. Aš šventai tikiu. Što prieči čem cerkvė može tuti vashišenie? Prieš bažnyčią galinti išeiti į paėmimą. Она должна иметь восхищающую веру. Ji turi turėti paėmimo tikėjimą. Он говорит, у нас даже на божественное исцеление нет веры. Sako, mum net neužtenka tikėjimo vyriškajam Должны иметь такую веру, Turime turėti tokį tikėjimą, которая изменит и оживит это тело. Kuris perkeis ir atgaivins štai šį kūną. И нас не станет. Ir mūsų nebeliks. Я верю, Aš tikiu, что та церковь уже на подходе. Ši bažnyčia jau artėja prie to. Что видение провозгласило. Regėjimas tai paskelbė. Что та церковь уже на подходе. Bažnyčia jau artėja prie to. Сила живого Бога. Gyvojo Dievo jėga. Так что мужи будут изрекать слово. Tiek ant tiek, kad vyrai ištars žodį. В разных местах. Skirtingose vietose. И оно будет сверкать как молния. Это жодис жайбос как аудра. Так что аудра жайбой. Так что поднимается церковь. Так как божнича ишкила. Не психолог. Не психологи. Не какое-нибудь притворство. Не кашок сапсиметинеймас. Подражание. Помигджоимый. А настоящая. Bet истинная. Тикра. Неподдельная. Неподдерпта. Помазанная. Потептой. Помазанная, потептой, вызвана Святым Духом Церковь. Iškviestoji šventąja dvasia bažnyčia. У Бога есть усмотренный путь. Dievas turi numatytą kelią pamokslas. Он и сейчас, jis sako, ir dabar, 54 год, он пророчествует. Jis pranašauja. Он пророчествует. Jis pranašauja. Должны прийти печати. Sako, turės ateiti ant spaudų atidengimas vėliau. Печати, o po ant spaudų приходит знак. Turės ateiti pamokslas, būti išsakytas ženklas. А после печати, o po ženklo приходит усыновление для невесты. Pasakytas pamokslas įsūnijimas. Только после печати. Po ant spaudų. И вот здесь он пророчествует. Ir čia jis pranašauja. И сейчас мы переходим прямо в другой великий период. Dabar mes pereiname į kitą didingą periodą. Этот период он называет великий период. Šį periodą jis pavadino didingu. А чем он великий? O kuo jis didingas? Этот писяцкий период. Tai sekmininkiškas periodas. Проложил путь для самого Святого Духа. Pačiai šventai dvasiai. Вот почему он великий. Štai kodėl jis yra didis. И когда мы смотрим. Ir kai mes žvelgiame. Непомазанными глазами. Непотептомис akimis. Этих печати. И тос анспудус. А когда мы смотрим. Bet реформаторским взглядом. Dar kai žiūrime reformatoriškų žvilgsnių. Что мы видим? Ką mes matome iš viso. Мы видим Лаодикею. Лаодикея. Мы видим теплоту. Другнума. О, время отступления для церкви пришло. Bažnyčios atpuolimo metas. И мы как дрейфующие идем за этим. Дрейфуодами сякаме ну, все так делают. Visi taip daro. И они смотрят не на тот пример. Ir žmonės žiūri не į tą pavyzdį. Но Елисей. Bet Eliziejus. Он смотрел только на одну личность. Жюрио tik į vieną asmenybę. На одного. Į vieną. И он так преобразился. Ir jis taip atsimainė, persikeitė. Что получил не одну уже порцию духа. Kad gavo ne šiaip vieną saiką dvasios, bet dvigubą saiką. Это усыновление. Šis įsūnymas, которое обетовано для церкви. Kuris yra pažadėtas bažnyčiai. В этот великий период. Šiame didingame periode. Это будет сам Бог в его теле. Dievas savo jo kūne. Поэтому говорит. Todėl jis sako. И здесь. Ir čia. Мы живем во время восстановления даров. Mes gyvename dovanų atstatymo laiku. Я сначала эту цитату прочитаю, вы уловили. Aš perskaitysiu šią citatą iš pradžių, kad suvoktumėte. Он говорит, мы переходим прямо в другой великий период. Ir sako, dabar pat mes pereiname į kitą didingą periodą. Подходим к восхищению церкви. Prieiname prie bažnyčios paėmimo. Этот великий период. Tai reiškia, kad yra šis didis periodas. Įsūnystės periodas. Период приготовления. Pasiruošimo periodas. И восхищение. Ir paėmimo periodas. Значит, должна быть восхищающая tai reiškia, вера. Kad turi būti paėmimo tikėjimas. Значит, должно быть послание. Turi būti žinia. Которое будет связано с переменой тела. Kuri bus susijusi su kūno perkeitimu. Дальше он говорит. Toliau jis tęsia. И здесь мы живем во время восстановления даров. O čia mes gyvename dovanų atstatymo laikotarpyje. Это 54 год, период десятников. 54 metai sekmininkų periodas dar buvo. Многие большие начищенные церкви об этом споткнулись. Начищенные? Да, начищенные, ну вышкаленные такие. Ai, daug tokių rafinuotų bažnyčių tai praleido. Назаряне из-за этого остались позади. Назаряне дėl to pasiliko kažkur gale atsiliko. Из многих пятидесятников вышли фанатики. Iš daugelio sekmininkų gavosi fanatikai, jie pavirto į fanatikus.
Но Бог, не останавливаясь, движется дальше. Bet Dievas nesustodamas juda toliau. Представляя своей церкви веру восхищения. Представляя своей бажничей поймимо тикеймо. Вы понимаете, то есть, что вера восхищения приходит после открытия печати. Поймимо тикеймас гали атейти тик по анспауду атидингимо. Аллилуйя. Представляя своей вере веру восхищения. Пристато savo... Он говорит, так точно. Поймимо тикеймо, бутен тайп. И пророк говорит дальше, что toliau. Сегодня, taip, kad šiandien, вечером, vakare, божественным даром, dieviškąja dovana, я представляю эту веру. Pristatau jums šį tikėjimą. Веру, однажды преданную tikėjimą, святым. Kuris kadaise buvo duota šventiesiems. И пророк, ir pranašas, еще находясь в том периоде, dar būdamas tame periode, был упреком пятидесятникам, buvo papeikimu sekmininkams. Он представлял уже ту веру. Jau anuomet simbolizavo tą tikėjimą. Jis simbolizavo šią bažnyčią, которую он kurią видел в видении. И он записал это видение. Užrašė šį regėjimą. Это видение относится к последнему времени. Аллилуйя. Аллилуйя. Точно как Аввакум. Tiksliai kaip Habakukas. Пророк был отождествлен с каждым пророком Библии. Buvo susitapatinęs su kiekvienu pranašu iš Biblijos. Тайны в его дни были завершены. Paslaptys jo dienomis buvo užbaigtos, atskleistos. Он исполнил все прообразы. Jis išpildė visus proveržius, išreiškė. Вы понимаете, Аллилуйя. Почему Библия стала новой для нас книгой? Ar suprantate, Библия mums tapo nauja книга? Поэтому давайте мы увидим сегодня себя. Šiandien save. Я даю подсказку. Aš noriu jums patarimą pasakyti. Вас позвало послание. Jūs pašaukė žinia. Вас позвало послание. Jūs pašaukė žinia. Вас не просто позвало часть послания. Jūs pašaukė dalis žinios. Вас позвало послание. Jūs pašaukė žinia. И в этом послании šioje žinioje находится сила для каждого из нас. Slypi jėga kiekvienam iš mūsų. Мы не можем оставаться даже в послании, знаете, я Mes в послании. Negalime likti tokie žinioje, sakydami, aš žinioje, aš žinioje. Бог движется дальше, Dievas друзья. Juda toliau, draugai. Мы растем. Mes augame. Вы наследники. Jūs esate paveldėtojai. У нас еще будет великое время. Mūsų dar laukia didis laikas. И оно сейчас Ir уже настало. Šiandien jau prasidėjo. Мы живем во Mes время великого времени. Didingame laike. Пророк здесь сказал, да, pranašas, великое pranašas время. Pasakė, didis laikas. Он это предсказывал, он это видел. Jis apie tai pranašavo, он matė хотел tai. Дожить до наших jis дней. Norėjo nugyventi iki mūsų Но он dienų. Знал, что ему надо уходить. Bet jis žinojo, kad jam teks išeiti. Он говорит, седьмой печать, он говорит, я jis sako, aš должен умоляться. Turiu mažėti. А ему расти. O jis turi augti. Кому ему? Kas jis? Это великая личность. Это две сменибе. Кто это великая личность? Кас Ира. И сегодня целая очередь собралась. Сегодня весь эле истерикаво, как поклался. Но это великая личность. Bet yra ta didė asmenybė. Он говорит, это Христос Sako, вас. Tai yra Kristus jumyse. Надежда славы. Jūsų šlovės viltis. Это Христос. Kristus. Это не какой-то человек. Не кажкок жмогус. У Бога нет великих Dievas neturi или маленьких жмогус arba menko У Бога нет гимбелей или дедов Dievas послания. Neturi kažkokių ten sen buvių žinioje ar tokių vyresnių. Я 30-40 лет в послании. 34 metų žinioje. А я 10 лет. Aš 10. А я 25. Aš 25. И что теперь? Na, ir kas dabar? У Бога нет такого. Dievas neturi tokio У Бога mato. Все сыновья Pas и дочери Божьи, которые родились, kurie gimė. И можем сказать, да, вы тут еще pasakyti, молодые, а, jūs ten год мажюкай, назад. Tik metai. А работники 11 часа 11 valandos darbininkai получили такую долю. Gavo tokį saiką. И когда те пришли, ir kai tie atėjo, так подожди. Sako, palaukit. Ты им дал столько, сколько tu и нам. Davei jiems tiek, kiek ir mums. Так мы столько пахали. O mes juk tiek triūsėme. Мы столько молились. Mes tiek meldėmės. Pastylis. Pasninkavome. Читали. Skaitėme. Изучали. Nagrinėjome. Ночами не спали. Naktimis nemiegojome. А ты раз. O tu štai. И дал. Ir davei jiems viską. Вы исполнение Божьего слова. Dievo žodžio išsipildymas. Вы исполняете, поэтому я радуюсь. Я радуюсь, aš что džiaugiuosi, Бог по своей благодати и милости сейчас призывает. И вдохновение этой конференции с Бога было каково? Конференция Суду и Квепимас Бог был. Возможно, для кого-то это последний призыв. Galbūt kažkam paskutinis pakvietimas.
И может он вызывает тебя из мира греха. Кричит тебя из нудемес пасаулио. Тебя может вызывать из деноминации. Тебя кричит из деноминации. Из какого-то учения. Из какого-то смокимо. А тебя, брат, от тебя, броли, вызывает кричит из послания, из жиньос, теплого состояния. Из другнос бусяно жиньое ищите. И может быть ты уже, знаете, почувствовал себя дембелем таким. И у тебя себя таки лабо, и у тебя свербю лабо речмингу. Бог вызывает тебя. Где вас кричит, шоукет тебя. Говорит, сако, двигайся дальше. Toliau, ты застрял ту устригей, между этими периодами, периоду, между Ладикеей и заглавным камнем. Там есть Святой Дух. Ten yra Šventoji Dvasia. Он тебя туда зовет. Jis kviečia tave ten. Туда войди. Ten įeik. Он сам хочет jis проявить pats себя. Nori išreikšti save. Аллилуйя. Аллилуйя. Как это чудесно, друзья мои. Это просто... Другой, еще несколько обетований. Dar kelis pažadus paminėsiu. Знаете, я не тот проповедник, žinote, aš nesu tas pamokslininkas, который будет проповедовать «мы должны». Kuris pamokslaus ir sakys, jūs turit, jūs turit, mums reikia. Мы должны это. Mes turime tą daryti. Мы должны то. Mums ана reikia daryti. Нет. Мы должны mes turime полностью отдать себя visiškai atsiduoti Богу. Dievui. Наш долг – это покаяться. Mūsų, наш долг – это креститься. Mes turime atgailauti, krikštytis. А уже проводник, о, ведлю, это проповедь проводник, помокслос, поведет тебя дальше. Вес от веры к добродетелю и так далее. Но это задача проводника. Токс yra uždavinys ведлю. Твоя задача, tavo uždavinys, это отдаться. Atsiduoti. Его задача, jo uždavinys, тебя вести. Tave vesti. Ты будь податлив. Бук тас, kuris gali atsiduoti. И Святой Дух будет тебе расти. Ir Šventoji Dvasia tave augins. Это также период. Tai yra знаете, taip pat что, третий рывок, периодas, žinote, trečiasis patraukimas, не только рыбка даю тебе жизнь, tai ne vien tik sakyti, žuvelė, aš duodu tau gyvybę, белки, не как мы говорили, ištarti voverės, это kaip важно, kalbėjome, tai yra svarbu. И мы входим в эту часть, это будет. Ir mes įeisime į tą dalį, ir tai bus. Но третий рывок, trečiasis patraukimas, это тайн, tai yra открытие слова, paslapties ir žodžio atidengimas. Поэтому, когда Бог раскрывает savo žodį, оно не только раскрытое на брошюрах должно жодис быть. Не шейп брошюрусе тури бути отсклеистас, говорю, отидентас. Вот, сакити, о, пранашас отиденге. Это да. Тейп. Но когда ты входишь, кай ту ейни, видение и регейма отцом назначенного, кури тевас паскире, видение в этот день, регейма шос денос, ша валанда, это слово становится тобой. Жодис тампа тавими. Оно раскрывается лично тебе. Jis asmeniškai tau atsidengia. Это твоя часть. Ir tai yra tavoji dalis. И для того, чтобы проявить третий рывок, ir tam, kad išreikšti trečiąjį patraukimą, mes turime įeiti į tą trečiąjį patraukimą. А это раскрытое слово. O tai yra atidengtas žodis. Чтобы проявить tam, kad оправдание, išreikšti išteisinimą, ты должен был выйти из католицизма, išeiti iš katalikybės. Правильно? Ar ne? И поверить, что праведный верующий будет. Ir patikėti, kad tikintysis тикимо гивенс. Чтобы проявить дары, kad išreikšti dovanas, ты должен был бы выйти дальше. Turėjai išeiti ir eiti toliau. И поверить тому, что Бог сказал. Ir patikėti tuo, kad Dievas pasakė. Kad jis yra antgamtinis Dievas. Что он исцелитель. Kad jis yra gydytojas. Что он пророчествует. Kad jis pranašauja. Что все это его дары. Kad visa tai yra jo dovanos. Вообще, дары это подарки. Ir apskritai, dovanos yra dovanėlės tiesiog. Я не знаю, что это за невеста, которая сегодня говорит, мне не надо подарки. Kokia nuotaka šiandien gali sakyti, kad man reikia dovanų. Я иногда удивляюсь. Aš stebiuosi kartais. А нам не надо. Kai žmonės sako, mums nereikia dovanų. Ai. Ну тебе не надо, мне надо. Да, gal tau nereikia, bet man reikia. У нас сам жених. Mes turime jaunikį. Я говорю, что-то незаметно. Это голый ваш жених. Kažkoks jūsų plikas tas jaunikis. Голодранец, как он переводится? Kaip čia? Может, другое слово? Другое слово, ну, сейчас я подумаю. На той бедный жених у тебя какой-то. Эльгета кашокс не тури довану. Скудный какой-то. Кашокс... Нищий. Варкшас токс... Или когда он увидел тебя, kai jis tave pamatė, он так в тебя влюбился, jis taip į tave įsimylėjo, он так бежал к тебе навстречу, link tavęs susitikti su тобой, оставил там коридоры славы, paliko ten šlovės koridorius danguje, и дары по дороге потерял. Ir dovanas pakeliui pametė. Так он бежал к тебе. Taip stipriai bėgo link tavęs pas tave. Вы этому верите? Ar jūs tikite tokią istoriją? Я тоже нет. Aš taip pat netikiu. Если ты в третьем рывке, jeigu tu esi trečiajame patraukime, пророк говорит, pranašas sako, третий рывок подтвердил и первый, и второй. Patraukimas patvirtino ir pirmąjį, ir antrąjį patraukimą. Это все продолжается. Visa tai tęsiasi toliau. Только сейчас tik dabar дары
Dovanos nėra svarbiausia dalis bažnyčioje. Tai yra antraeilis dalykas. Bet dovanas turi veikti. Pirmiausia žodis. O žodyje jau pasireiškia visi likusieji dalykai. Jei jis yra čia, tuomet ir išgydymas yra čia. Ar jei jis yra čia, tuomet išgydymas yra čia. Klausimai ir atsakymai apie šventąją dvasią pamokslas. Aš visada pamokslauju apie pažadus. Pažaduose slypi jėga. Pažadai sukelia apetitą. Pažadai prabudina sėklą. Klausimai ir atsakymai apie šventąją dvasią pamokslas. Jis kalba apie heterait. Heterait. Недавно она ничего не просила. Неseniai net apie nieko neprašė. Jūs žinote visą tą istoriją. Visą tą istoriją jos. Она просто сидела там. Ji tiesiog sėdėjo savo. Но она сказала нечто правильное. Bet ji ištarė kažką teisingo. Чему годил тому духу. Kas įtiko šventai dvasiai. Она сказала правильное слово. Ji pasakė teisingą žodį. Которое угодило kuris patiko šventai dvasiai. Ir Šventoji Dvasia сказала ответ. Ir Šventoji Dvasia atsakydama tarė. Хети, проси чего пожелаешь. Хети, проси ко понаресе. Чего тебе только угодно, чего хочешь. Ко тик нори. Узнаешь, подле это или нет. Ir galėsi patikrinti, ar tai teisinga, ar ne. Проси чего-нибудь. Проси бет ко. Исцеление там своей сестре инвалида. Išgydymo savo sesiai neįgaliai. Сидящий там скрючено уже. Kuris sėdi susukta ten. 10 000 долларов проси. 10 000 долларов попроси. Чтобы я не копаться в земле там в горах. Kad daugiau ten žemėje nesikapstyti kalnuose kažkur. Чтобы молодые силы вернулись в ее измученное тело. Jaunystės jėgos sugrįžtų jos išvargintą kūną. Чего ты только пожелаешь попросить, проси прямо сейчас. Ko tik panorėsi paprašyti, dabar pat prašyk. Если он не придет и не даст этого тебе прямо сейчас, тогда уже пророк. Jeigu jis tau to neduos, dabar pat, tuomet aš esu melagingas pranašas. Сильное заявление. O, rimtas pareiškimas. Это заявление. Вот это, понимаешь, заявление. Tai bent koks pareiškimas. О, и брат Брахам говорит, это уже кое-что, не правда ли? Ir brolis Brahamas sako, tai jau šistas, ar ne, kai tai gali pareikšti. О чем он здесь говорит? Apie ką jis čia kalba? Он говорит об изреченном слове. Apie ištartą žodį. Он говорит о том, когда церковь войдет в состояние, apie tai, kai bažnyčia įeis į tokią būseną, прибудет слове, ir bus žodyje, и слово в ней, ir žodis išliks joje, это будет зрелое тело, tai bus brandus kūnas subrendęs, когда он всю власть kai передаст, visą valdžią perduos jis, проси, чего ir sakys, желаешь. Проси, ko понорėsi. И дальше он говорит, toliau jis tęsia, цитирую, Иисус сказал, цитую, Jėzus, скажи это горе, pasakė šiam kalnui, sakyk, и вы слышали о том, что произошло, ir jūs girdėjote apie tai, kas nutiko. Su heterait. Atėr внимательно. Говорит, это служение, которое мы входим. Tai yra tas tarnavimas, į kurį mes įeiname. Это служение, tai yra tarnavimas, į kurį mes įeiname. Мы уже в конце пути. Mes jau esame kelio gale. Скоро пришествие Господа Иисуса. Greitai viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimas. И мы должны иметь восхищающую веру в церкви. Ir mes turime bažnyčioje turėti paėmimo tikėjimą. Чтобы измениться во мгновение ока. Kad galėtume persikeisti per akimirksnį. Чтобы уйти. Kad išeiti. Или же мы не уйдем. Ar mes neišeisime. Он говорит, но не беспокойтесь. Jis sako, nesijaudinkite. Она там будет. Ji ten bus. Она там будет. Два раза говорит. Это вера там будет. Tikėjimas bus joje. Она там будет. Tikėjimas bus joje. Это будет вновь такое же самое служение. Ir vėl tas pats tarnavimas. Почему? Kodėl? Изречено слово. Dėl ištarto žodžio, žodis ištartas. Написано на скрижалях ясно. Плокštėse aiškiai parašyta, kad kiekvienas galėtų perskaityti. Мы это прочитали. Mes juk tai perskaitėme. Вы свидетели прочитанному. Jūs esate liudininkai to, kas buvo perskaityta. Dabar kyla klausimas. Как ты к этому отнесешься? Kaip tu žvelgsi į tai ir elgsiesi su tuo? Веришь ли всему? Ar tu tiki visu tuo? Веришь ли это, что для тебя лично? Ar tiki, kad tai tau yra asmeniškai skirta? Раз ты уже здесь оказался. Jei tu čia jau atsidūrėj, ar ne? Раз ты уже здесь. Jei esi čia. Бог пытается. Пытается эту веру у нас поднять. Говорит, но не беспокойтесь, она там будет. Tas tikėjimas ten bus. Она там будет. Tas tikėjimas ten bus. И когда сила этой церкви возрастет, šios bažnyčios jėga išauks, išauks. Она приведет своих братьев. Ji pritrauks savo сила той церкви возрастет. Приведет своих братьев. Отвез savo сила той церкви приведет других братьев. Отвез kitus brolius. Тогда будет всеобщее воскресение. И мы ожидаем этого. Ir mes jo laukiame. Аллилуйя. Аллилуйя.
ką бы много хотел бы здесь еще говорить, но я дар daugiau kalbu apie tai. Закончу все-таки на этом. Ай, побыкси тесто. Я брат, говорю, у меня две темы, такие вот, которые на сердце. Сакал, вот. Две темы сердия, я бы хотел бы их высказать. Норечу, если сакити. Ну, думаю, не знаю, что. Не знаю, как дарит. И потом Бог так все поменял. И потом Дева именно просто говорит, скажи. И сако, попрощался. Это обетование. И сакик, для сыновей дочерей Божьих. Мы должны войти. Мы должны войти в это состояние восхищения прямо сейчас. И у нас есть для этого слово. Мы должны там скрыто жоди. Уже ничего не сокрыто. И у некас не берет уждента. Тайны завершены. Паслаптис ира любой вопрос. Есть ответ. Клаусимус тури отсакима. И написано ясно. Ir yra aiškiai parašyta viskas. А то, что видение замедлилось. Tai, kad regėjimas užsidelsė, užsitęsė. Это уже для нас. Tai yra skirta mums, tai оно dėl все mūsų. Равно исполнится. Ir mes, ir jis vis tiek išsipildys, tai įvyks. Это будет, tai он išsipildys, сказал. Jis pasakė. Терпите его, слушайте. Dabar pamokslas, jo klausykite. 1960 год. 60-ieji metai. 13 марта. 13 kovo. Он говорит, размещение сына. Jis kalba apie sūnaus pozicinį когда он выводит его в определенное место. Sako, kai jis atveda jį į tam tikrą paskirtą vietą. Проводит церемонию перед ангелами и размещает его в позиции. Ангелу akivaizdo įvyksta церемония jo pozicijos pastatymo. Į poziciją. Каким он является в теле Христа. Kokiu jis yra Kristaus kūne. Понимаете? Sūnus. Каким он является в теле Христа. Kokiu jis yra Kristaus kūne. Которые мы крещены одним духом. Тогда он говорит, у этого человека будет власть. Тогда у этого человека будет власть. Позвольте сказать следующее. Если с этого вечера будете считать меня фанатиком, так вот, он говорит, то самое. О, это пророчество, это мощное, это я люблю этот статус. Он говорит, то самое, sako, о чем я говорю, tai, apie ką aš kalbu, будет совершено. Išsipildys, bus церковь, atlikta, а теперь о чем он говорит, что будет совершено. Apie ką jis kalba dabar, apie он говорит, называйте меня фанатиком, sako, как хотите, фанатику, но это patinka, записано. Он говорит, церковь, и, sako, bažnyčia, будет вложена сила, и, я bus įdėta jėga, и она уже входит в нее, ir jau įeina į tą jėgą, и Святой Дух ir šventoji dvasia, помажет людей так, patep žmonės taip, что они kad будут изрекать слово, жоди, и оно сразу само ir ta žodis pats будет сотворяться курс save. Вы это видели в служении пророка. Jūs tai matėte pranašo tarnavime. Это Бог в человеке. Tai Dievas žmoguje. Тот же, который сотворил tas небо и землю. Kuris sukūrė dangų ir žemę. Из ничего. Это будет сотворяться. Tai bus sukuriama. Мы еще не видели таких сил. Mes dar nematėme tokios jėgos. Мы не видели таких сил, какие приходят в церковь сейчас. Tokios jėgos, kuri dabar įeina į bažnyčią. Я знаю это как факт. Aš žinau tai kaip faktą. Скажи горе сдвинуться. Ištark šiam kalnui persikelti. Не сомневайся сердце своем. Nebijok savo širdyje. Но верьте, что сказано вами сбудется. Tikėkite, kad tai, ką pasakėte, išsipildys. И вы получите то, что сказали. Ir jūs gausite tai, ką pasakysite. И когда ты изрек, ir kai tu ištari, сдвинься. Pasitrauk. Может быть, ты сразу ничего не заметишь. Galbūt iš karto net nepastebėsi nieko. Ну, уже первая песчинка посыпется. Pirma smiltelė kažkur nubirės nuo kalno. Она уже kažkur, так и с твоим божественным исцелением. Сейчас будет молитвенный ряд. Dabar bus maldos eilė. Сейчас за вас будут воздать dabar руки согласно Библии. И помолятся. Ir pasimelsa bus už jus. И может ты выйдешь. Galbūt tu išeisi. И ты скажешь, ой, а я еще чувствую. Ir pasakysi, ой, aš vis dar jaučiu. Но твоя вера bet tavo tikėjimas заявит права pareikš teises на обетование и пажада. И ты можешь идти и говорить, ir tu gali ранами eiti я был исцелен. Ir kartoti, taip, žaizdomis jo aš buvau išgydytas это rėžiais. Первая песчинка, как неверие, tai которая будет просто слетать. Нетикеймо, просто слетать. Нускрис нуо тавес, просто слетать. До полного nukris, становления. Iki pilno atstatymo. Поэтому говорит церковь. Todėl, sako, bažnyčia. Ставится в позицию, yra pastatoma į poziciją, когда полнота силы Святого Духа šventosios dvasios jėgos pilnatvė приходит в церковь. Gali įeiti į bažnyčią. Друзья мои, полнота силы Святого Духа šventosios dvasios jėgos pilnatvė. Но необходимо находиться в периоде Святого Духа šventosios dvasios периоде, то для излияния полноты Святого Духа. Šventosios dvasios pilnatvė galėtų išsilieti. Он не зальет на Лаодикею. Не išlies savęs ant Лаодикеи. Он не зальет на деноминацию. Не išlies to ant denominacijos. Он не зальет, потому
что ты такой великий человек. Дėl to, kad tu esi toks didingas žmogus ir tau atrodo kažkokie dalykai, ne? Он изольёт потому, išlies dėl to, что ты распознал, kad tu atpažinai день его посещения, jo aplankymo dieną. День его посещения. Dieną, ты распознал это видение, tą regėjimą, хоть оно и было замедлено. Ir buvo а когда видение замедляется, o kai regėjimas yra uždelsiamas, тогда проявляются критики. Tuomet gali pasirodyti kritikai. Тогда проявляются неверующие. Tuomet prisistato ir netikintieji. Тогда проявляются притворщики. Tuomet pasireiškia ir pamėgdžiotojai, apsimetinėtojai. И видение было замедлено для того, uždelstas tam, чтобы отсеять всю эту шелуху. Отсеивимас всю ту лукшту. Аллилуйя. Аллилуйя. Поэтому церковь ставится в позицию. Бажнича yra pastatoma į poziciją. Когда полнота силы Святого Духа приходит в церковь. Когда Святой Дух полнотой ateina į bažnyčią. Тогда критики закроют свой рот. Tuomet kritikai užčiaups burnas. Это цитата нашего Ильи. Tai yra mūsų Elio цитата. Тогда критики закроют свой рот. Užčiaups savo burnas. Сейчас они могут критиковать. Jie dabar gali kritikuoti. Могут говорить. Gali kalbėti. Где это видение? Kur tas regėjimas? Kur tai? Kur kitai? Потому что оно замедлено. Nes tai buvo uždelsta. Но невеста это ухватывает. Nuotaka tai vis tiek supranta. Невеста в тишине приготавливается. Tylumoje ruošiasi. Тогда критики закроют свой рот. Критикой užčiaups savo burnas. И он говорит, это будет короткое время. Tai bus labai trumpas laiko tarpsnis. Это будет короткое время. Tai bus trumpas laikas. Иисус сошел с горы и сразу отправился прямо на Голгофу. Nužengė nuo kalno ir iš karto į Kalvariją buvo nuvestas. Когда он был усыновлен. Kai buvo įsūnytas po įsūnymo. Он исцелил от эпилепсика, помните? Jis išgydė vieną epilepsiją ligą sergantįjį ir заметьте, он нуėjo į Kalvariją. Atkreipkite dėmesį. Это продлится недолго. Tai truks neilgai. Но это будет здесь. Bet tai bus čia. И каждая церковь поместная, те, которые на трансляции, могут сказать, заявить, это будет здесь. Pasakyti, tai įvyks čia. Это будет. Tai įvyks это будет здесь. Čia. Братья, это будет здесь. Tai bus čia. Давайте, ухватим это обетование. Если пажадо, если замедлилось видение, оно все равно исполнится. Так сказал наш tai пророк. Пранушас, и критики закроют ir рот. Аллилуйя. Burnas, и это будет короткая ir демонстрация. Trumpa демонстрация это будет короткое время. Tai labai trumpas laikotarpis. Это будет короткое tai время. Trumpas это laikas, будет проявление третьего рывка. Пасireikš trečiasis patraukimas. Поэтому ладикийский период церкви говорит. Ладикейос бажнyčios периода yra sakoma. Период. Там он говорит, этот ладикийский период завершается в затмении слова. Pasibaigia žodžio užtemdymu. Это он сказал тогда. Jis anuomet tai pasakė. Сейчас он уже все завершился. Dabar jau viskas užsibaigė. Tma tamsa. И смерть здесь. Ir mirtis yra последние čia. Последние две язвы paskutinės здесь. Dvi rykštės yra čia. Смерть mirtis и тьма. Ir вначале tamsa. Тьма, iš pradžių потом tamsa, смерть. O po to seka mirtis, смерть. Dvasinė mirtis. Переходит в физическую смерть. Į fizinę mirtį. Во время скорби, правильно? Gedulo metu, поэтому завершается в затмении слова. Todėl pasibaigia žodžio užtemdymu. Этим самым вызывая уход Господа из их среды. Iškviečia viešpaties atėjimą jų tarpe. Поэтому печати высвободили Святой Дух. Todėl antspaudai išlaisvino Он уже не владикий. Jis jau nebėra. Он jau стоит снаружи. Jis stovi išorėje. Своих. Kviečia savuosius. Которые следуют за ним. Kurie seka paskui jį. Послушное слово. Paklusnų žodžių jie yra. После короткой, ir po после короткой, trumpos и сильной демонстрации духа, демонстрацijos dvasios, эта маленькая преследуемая группа уйдет навстречу с Иисусом. Su Jėzumi. Аллилуйя! Аллилуйя! Эта маленькая, та мажа, говорит, маленькая sako, мажа, преследование. Persekiojama grupė. Я ставлю это. Aš dabar ties to sustosiu. Я бы хотел бы поговорить уже, может, Turėčiau, когда мы здесь будем, о том, как начнется это давление. Kaip prasidės tas suspaudimas. Оно уже сейчас на земле. Ir jis jau yra žemėje. Хотел бы поговорить. Norėčiau pakalbėti. Показать вот. Parodyti. Как люди будут обольщены. Kaip žmonės bus sumedžioti, apgauti. Потому что Библия говорит, я, nes Biblija yra sakoma, сохраню тебя от часа искушения. Apsaugosiu tave nuo išbandymo valandos. Но испытаю всех живущих на земле. И этот время, ir tas laikas, та же период испытания, yra taip pat išmėginimo laikas. Поэтому я как бы хотел бы дальше Todėl продолжать, но не буду. Тęsti, вот. Bet turbūt netęsiu. Давайте мы останемся на том видении, ties to regėjimu, на том видении, которое замедлено, kuris yra uždelstas, но исполняется сейчас. Pildosi dabar pat.
Ангел здесь. Ангелас yra čia. Святой Дух здесь. Святой Дух yra čia. Он забрал пророка. Ji paėmė dvasią pranašą. Но он остался здесь. Bet pati dvasia pasiliko čia. А среди удерживающий теперь. Kuris dabar sulaiko. Раскрыта книга в руке его. Ir jo rankoje yra knygelė. И она раскрывается во время звучания этих семи громов. Отверяма, когда скамбат те семь грёустиней. И эти семь громов, они зовут тех, шоуке тус, чьи имена в этой книге. Куду варды ира тоя книгоя. Они зовут искупленных. Квеча отпирктуасус. Искупленных. Для чего? Заявить на нее права. Он заявляет права на искупленных своих. Он не просто уже умер на Голгофе. Он уже был ходатаем. Сейчас он заявляет права. Права. Как заявляет права? Входя в нас. Во всей полноте. Это будет так смиренно. Так скромно. Так попросто. Но это будет вот в такой мощной силе. Такое дидлее егоя. Знаете, иногда хочется Жену молиться, Господь. Карты снорисят и молиться, сказать, чтобы это проявилось. Ты а потом рот закрывается. Лупас, не, Господь. Не, Вешпатие. Пока. Ты знаешь времена жинай, и сроки. Потому что ты понимаешь, нес, supranti, что церковь не может уйти в восхищение, пока она не проявит только что прочитанное tai, mes, tik, на скрижалях этого послания. То что церковь, то, дел, она должна еще проявить те обетования, пажадус, которые оставлены для нее jai, в этом периоде времени. Периода, потому что заглавный камень, todėl, akmo, который на земле, žemė, как откровение, он соединяется сегодня šiandien, с этой группой, grupe, с этой группой невесты, grupe, чтобы произвести там, воскресение из мертвых. Прикелимо из номерусюю. Аллилуйя. Аллилуйя. Хорошо. Все-таки... Поднимите руку, здесь есть те, которые нуждаются в молитве. Покелькайте руки, кому reikės maldos. Maldos eilėje. Есть. Yra tokių. Хорошо. Последнюю цитату дам. Paskutinė цитата. Проповедь единства. Помокслас vienybė. Он говорит, приближение пришествия Господа Иисуса настолько очевидно. Sako, viešpaties atėjimas yra toks akivaizdus. Наступление суда. Atėjimas prasidėjimas teismo. Он говорил тогда наступление суда. Jis anuomet kalbėjo apie teismo pradžią. А мы можем сказать наступило время. Bet mes galime pasakyti, kad tai jau atėjo tas laikas išsipildė. То, что сейчас происходит. Tai, kas dabar vyksta. Это же трубы, чаши. Juk tai yra trimitai ir dubenys. Jie sliuojasi po mėrė. Jie yra išliejami tam tikrų saikų. Но и сила Божья. Bet taip pat ir Dievo jėga. Увеличивается. Daugėja. Сила Божья. Dievo jėga. Становится для верующих больше. Tikintiesiems jos daugiau atsiranda. Daugiau vertės jie mato joje. Поэтому он говорит, и todėl он jis sako, ir jis созывает своих избранных, сушаукė savo išrinktuosius, единство с самим собой, į vienybę su savimi pačiu, тем же самым служением, которое было у него, tuo pačiu tarnavimu, kurį jis pats turėjo. Вы знаете, как это недавно изобразил эти периоды церкви. Žinote, kaip aš neseniai pavaizdavau tuos bažnyčios periodus. Видите большой построенной башни, названной пирамидой. Пирамидės pavidale kaip schemoje. Но заглавный камень так и не был на нее помещен. Užbaigiamasis akmuo taip ir nebuvo ant jos uždėtas. Все знают об этом. Visi žinote apie tai, apie šią mintį. И он говорит, помните, ir jis sako, prisiminkite, как появились лютеране, kaip atsirado liuteronai, затем появились веслияне, потом pasirodė веслių žmonės, mažumoje, а потом вплоть до пятидесятников. А потом iki pat sekmininkų. И что он делает теперь? Ir ką jis dabar daro? Что он делает? Ką jis daro? Он вызвал избранных из лютеран, jis pašaukė išrinktuosius, чтобы создать веслиян. Pašauktuosius iš liuteronų. Оттуда он вызвал избранных, чтобы создать пятидесятников. Методистус, методистус, сегменинкус. А теперь, о, dabar, теперь, dabar, теперь, то есть сейчас, dabar, в это время, laiku, он вызывает избранных, iškviečia išrinktuosius, избранных. Итак, мы вызваны. Taip, mes esame он вызывает избранных, то есть мы вызваны. Mes jau esame как мы говорили, kaip ir Мария да, зачала и приняла. Постою ir приеме. Но прошло время, она родила сына. Bet по laiku, ji pagimdė когда сыну. Ты читаешь, дева зачнет и примет родит сына. Kad mergelė
несколько секунд. Чья и погибдит. Но это процесс. Какие секунды, если перескакиваем, она зачала. Что слипи процесса и постоял. И в ней начался этот процесс. Я продел викти этот процесс. Тишине. Телу моя. Тишине. Телу моя. И бледная лошадка уже готовилась. И палшас жиргас и урощился. И когда родилась эта дитя. И когда гимя этот кудикис. Вот тогда началось давление. Тогда просидел суспаудимас. И когда женщина, ir, да, moteris, кричала в муках, и было гимдемо скаусмосе из прочу, церковь, да, бажнича, родит сына, и тури погимдите сына, усыновление, проявление, полноту, ищрешкимас, полнатвес, мы должны это проявить, мы стуриме весу еще далеко ищрешкти, чтобы проявить, да там, когда ищрешкти, Бог должен нас к этому часу Dievas подготовить. Прие тос валандос мус подготовить. И это будет служение за главного камня. Вы слышите? Ar girdite? Это не будет просто tai мера духа, как для лютеран. Saikas, kaip это не будет мера духа, tai как для веслея. Это может только сам Святой Дух. Брат, сестра, ты не сможешь. Tu nesugebėsi. Не сможешь. Силы реформаторов противостать зверю. Это не та сила. Ты не та яга. Пророк Pranašas пришел период еще реформаторский. Praėjo reformatorių kaip periodas. Но он должен был представить следующий период, периода, который противостанет силам зла blogio этого часа. Šios valandos. И пророк знал. Ir pranašas žinojo, он знал, что церковь не будет младенцем. Bažnyčia nebus kūdikiu. И он сегодня нас взращивает. Ir šiandien mus brandina, augina. Ой, как быстро взращивает. O, kaip greitai jis augina. Ой, как быстро он это делает. Kaip greitai jis tai daro. Сокращает дни ради избранных. Dienas dėl išrinktųjų. Я дозаканчиваю. Aš einu prie pabaigos. Поэтому говорит, он вызвал jis избранных sako, из лютеран, чтобы создать веслеян. Išrinktuosius iš liuteronų, kad metodistus. Вызвал избранных, чтобы составить пятидесятников. Пошуке, как сосиформоту сегменинкой. Теперь он вызывает избранных, поквече избранных пятидесятников, чтобы создать заглавный камень, чтобы создать заглавный камень и войти в него, и на нее ir ant jos сходит nužengia, точно такое же служение, tas pats tarnavimas, вызывая его детей всей деноминации всех сообщества. Пошелки из всю ладикию такое же служение, если ты скажешь этой горе, когда мы входим в это, он говорит, tai, это sako, будет. Taip, друзья, это будет. Taip, скажите, pasakykite, это будешь ты, tai или это будет tu, он тебе. Это будет он. Tai bus jis. Без содействия рук человеческих. Это он. Ранку погалбос. Поэтому, брат, сестра, todėl, broli, sese, если это слово, žodis, оно коснулось тебя, prisilietė prie tavęs, и ты видишь это обетование, tu matai šį pažadą, и сегодня нет ничего другого, nėra nieko kito, что могло бы забрать тебя из этого мира, тебя поимти кроме iš šio этого pasaulio, слова. Нечто можешь сделать и ты. Ir tu kažką gali padaryti dabar. Это просто отдать tiesiog себя. Atsiduoti. Не смотри на свои способности. Nežiūrėk į savo sugebėjimus. Не смотри на свою слабость. Į savo silpnumus, silpnybes. Не смотри на свою болезнь. Į savo ligą. Не смотри на то, какой ты. Į tai, koks tu pats esi. Ты должен сказать, Господь, turi pasakyti, Viešpatie, я из праха взят. Aš esu iš dulkių paimtas, я в праху иду. И дулька сугрищу. С праха взят. Iš dulkių paimtas, и дулькės грищу. Но есть обещание. Bet yra pažadas. Мы mes не умрем. Немирсиме. Этот прах изменится. Šis kūnas bus perkeistas, dulkės bus perkeistos per akimirksnį. И ты можешь прямо сегодня ir tu dabar pat, šiandien, посвятить себя, gali pašvesti save, отдать себя, atiduoti save, на служение ему. Tarnavimui jam. И ты будешь падать. Ir tu klupsi. Ты будешь допускать ошибки. Tu darysi klaidas. Но у тебя есть тот, bet tu turi tą, кто взял kuris paėmė тебя tave в свои надежные руки. Į savo tinkamas rankas. И я буду с вами ir aš būsiu su jumis visas dienas до скончания века. Iki pasaulio Amin. Pabaigos. До Amen. Самого проявления. Iki to pačio pasireiškimo. Да благословит нас Господь, Брадеса, попрошу тебя выйти. Давайте мы станем наши ноги. Atsistokime. Мы помолимся с вами. Мы посмелимся карту. И потом Брадевис, братья служителя, да, останут. Пердуси, тарнаем, и те, которые имеют те, какую-то нужду, порики, в
плане исцеления, dėl вы išgydymo, можете спокойно проходить сюда. Jūs galėsite ramiai с верой. Eiti, ateiti čia su tikėjimu. И проверьте свои сердца. Patikrinkite savo сразу širdis. Хочу сказать наперед. Iš pradžių noriu pasakyti. Это конференция с Богом. Tai yra konferencija su Dievu. Это служение духа. Tai yra dvasios tarnavimas. Пожалуйста, музыканты, начните музыканты галите jau pradėti šiek tiek groti. Сразу хочу сказать, не шутите с этим. Pasakyti, не jokaukite su tuo. Уже очень много было доказано. Jau daug buvo įrodymų. Это было на прошлой конференции. Praėjusioje конференцijoje tai buvo. Попросил людей приходить. Kai paprašėme žmonių ateiti. Сердце своем уже быть приготовленным. Širdyje jūs turite būti pasiruošę jau. И вы помните, многим из вас нечто говорилось. Отмигите, им кажется, было сказано про потому что карта. Церкви действуют духовные дары. Бажничо веке двасинес дома. Если пророк, его пранашас, молитвам ряду, молдос или я, имел развлечение духа, турия двасиус отскирима. Люди говорят, это было только у пророка. Жмонья сако, тик пранашас ты. Сегодня это сила. Шендин, входит та церковь. Ейный бажничо. И Бог дал своей церкви дары. И Дева своего бажничи дано. Есть дар мудрости. Ришминтиас дована. Дар знания. Dovanų, dar vėry, tikėjimo, dar razlyčenė duchov, dvasios atskirimo dovana, vidėnė, regėjimų, visa tai yra. Patom, brat, sestra, todėl, broli, sesė, kada tai vyhodės, kai išeisi į priekį, ты должен выйти на основании того, išeiti pagrindu to, что написано в этом слове, kas yra parašyta šiame žodyje. Marko 16 глава. Morkus 16 skyrius. Если есть те, которые, jeigu yra tie, верят в изречённое слово. Kurie tiki ištartų žodžiu. Потому что для каждого. Nes kiekvienam. Бог проложил путь. Dievas nutiesė kelią. Одних нужно помазать елеем. Vienus reikia patepti aliejumi viešpaties vardu. На одних руки возложить. Kitus rankas uždėti reikia. Pranašas darė viską. Для других достаточно за платочки помолиться. Kitiems užtekdavo už jų skepetaitės pasimelsti. А для других скажи только слово. Kitiems tik žodį išsakyti reikėdavo. Слуга, вот, ir išsigydydavo. Поэтому я говорю, третий рывок здесь. Todėl trečiasis patraukimas, sakau, yra čia. И первый, ir jis и второй. Patvirtina ir pirmą, и мы не можем уничтожать эти служения. Ir mes negalime niekinti kitų tarnavimų. Все эти три рывка, они относились к Иисусу Христу. Susiję su Jėzumi Kristumi. И нам оставлено поручение. Mums yra paliktas įgaliojimas. Я вас зачитаю из Библии. Aš perskaitysiu iš Biblijos. И когда вы будете выходить, ir jūs išeisite į priekį, вы можете выходить на основании того, что написано уже в Марка 16. Pagrindu to, kas yra parašyta Morkaus 16. И здесь сказано. Ir čia yra pasakyta. И сказал им 15 стих. 15 лютя. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Ir jis jiems tarė, eikite į visą pasaulį ir skelbkite творению. Evangeliją kiekvienam sutvėrimui. Sumčiatai krysi. Ir žiūrkiai, правильно? Весле за свою лошадь помолился. Весле už arklį pasimeldė ir jis išgijo. Всему творению. Visai kūrinijai, visiems. Идите, eikite, проповедуйте. Skelbkite. А мы больше, чем творение. O mes esame daugiau negu tik kūrinija. Мы больше, чем творение. Mes daugiau negu tik kūrinija. Дальше, кто toliau будет sako, веровать и креститься, спасен будет. Tas, kuris tiki ir yra pakrikštijamas, веровать bus išgelbėtas. И креститься, спасен будет. Kuris tiki ir yra pakrikštijamas. А кто не будет веровать, осужден будет. Bet tas, kuris netiki, bus pasmerktas. Уверовавших же будут сопровождать все знамения. Ir šie ženklai lydės tuos, kurie tiki. Аллилуйя. Благодарю тебя, Господь, за помазание, что ты здесь. Už patepimą, kad tu esi čia. Именем моим. Mano vardu. Именем моим. Mano vardu. Будут изгонять бесы. Jie išvarinės velnius. Будут говорить новыми языками. Jie kalbės naujomis kalbomis. Будут брать змей. Jiems gyvates. И если что смертоносно выпить, не повредит им. Ir jeigu jie išgers ką nors mirtino, tai jiems nekenks. Возложат руки на больных. Jie dės rankas ant ligonių. И они будут здоровы. Ir šie pasveiks. Аллилуйя. Аллилуйя. Возложат руки на больных. И ваша вера ir jūsų в это слово, когда žodžiu, вы будете проходить, на вода вас возложат руки. Вы можете rankos, спокойно заявлять права. И когда почувствуется какая-то боль, kai вы можете сказать, сатана, pasakyti, šetone, ранами вы исцелен. На основании того, что сказано в слове. То, жодия, я поступил согласно слову. На меня возложили руки. Это не новый способ. Это tai не новый метод. Методас. Иисус Христос Jėzus вчера Kristus, и сегодня šiandien, тот же я есть. Аллилуйя. Пусть Бог благословит вас. Tegul Dievas palaimins jus. Братья, где мы строимся здесь? Kur čia mes dabar sustosime? Аллилуйя. Он здесь, друзья. Jis yra čia, draugai. Аминь. Братья, пожалуйста. Аллилуйя. Слава тебе, Господь.
kas stokojat išgydymo, tie, kurie nuždaitės vystilinėje, ir tikit, kad Dievas įvėrite, što Bog jau yra išgydęs, užai stilil, ir jums reikalingas rankų uždėjimas, vazlaganė rūk, ten gražiai peikite ratu, reikite į eilę. Vakrūk, abaidyte, vat, į vėrėt, vėkadyte. Neskubėdami, nespėšyte. Aš pakviesiu dar pasimelsti. Robertas, Eligijus, ateikit pasimelsim. Paprašau, brat, Robertas, Eligijus, aš to panitožiu, išlį pamalyca. Brat Gintaus, tas tožė. O kam reikalinga malda? Kamu nužna malytva, nespėšyti tam slėvai staranai. Ir patom vernytės na svojo miesto. Užeikite būtent iš tos dešinės slėvai staranai. Ai, iz pravai. Z pravai. Kodėl iš dešinės, dėl to, kad angelas iš dešinės visada stovėdavo pas pranašą, taip visada būdavo. Maldoje už ligonius brolio Branhamo jis visada iš dešinės kviesdavo. Todėl netgi tokios ypatybės yra labai svarbios. Aleluja. Jėzus Kristaus vardu, mano Dieve. Tavo žodžio pagrindu uždedama rankas ant šios sesės. Jėzus Kristaus vardu, tegul įprim savo išgydymą. Jėzus Kristaus vardu, amen. Aleluja, kaži brat vazlaet ruku. Brolis kiekvienas tegul uždeda rankas. Aleluja, Gospod Bog. Glėdite. Jėzus Kristaus vardu, Morkų 16 pagrindu uždedama rankas ant brolio, tegul jis gaus tai, dėl ko jis atėjo. Jėzus Kristaus vardu, amen. Слава тебе, Господь Бог, во имя Иисуса Христа, мы возлагаем руки на основании Марка 16, как ты повелел это делать, пусть Господь сила Иисуса сойдет, и Он, Господь, примет то исцеление, ради которого Он пришел, во имя Иисуса Христа. Аминь. Во имя Иисуса Христа, Христа на основании Христа, Слова Божьего, Марка 16, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Господь, мы возлагаем руки нашего брата во имя Иисуса Христа. Аминь. Иди, будь здоров, брат. Эй, Бог свейкас, броли. Во имя Иисуса Христа, варду, мы возлагаем руки, рамкас, согласно Марка 16, Моркул 16, пусть брат идет отсюда здоров. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Господь Бог, Вешпати Дева, на основании Твоего Слова, того жодю пагринду, сюда вышел Твой Сын Божий, отел того сунус, Он верит этому Слову, значит, еще жодю. И мы просим Тебя во имя Иисуса спрашиваем, Христа, Иисус Христос пусть Он получит тот результат, ради которого Он пришел, во имя Иисуса Христа. Иисус Христос, аминь. Аминь. Во имя Иисуса Христа, Иисус Христос, Господь Бог, Вешпати Дева, Ты, Господь Божий, Ты, если Вешпас Девас, сделай то, подарик что ты обещал свое пожадение Марка 16, во имя Иисуса Христа, Иисус сестра получит свой результат, во имя Иисуса Христа. Иисус Христос, варду, амин. Очень великий. Дидис Теве. Благослови Господь этого брата, Отец. Броли. Он вышел сюда на основании Марка 16. Марка 16 пагринду, и пусть сила Духа Твоего Святого, пусть сила Иисуса Святого Божьего, Иисус Его нужен. Отец Небесный, Он получит тот результат, ради которого Он вышел, во имя Иисуса Христа. Иисус Христос, варду. Амин. Во имя Иисуса Христа, Иисус Христос, варду, мы возлагаем руки, Ты сказал, послушат руки на болезнь, и они будут здоровы. Во имя Иисуса Христа, Иисус Христос, прими свое исцеление, во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа, на основании Марка 16, Пагал Морку 16, прими свое исцеление, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Иди, проволошай победу именем Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа, Господь Бог, Тес, мы возлагаем руки, Саласа Марка 16, пусть брат примет свое исцеление и тот результат Божий, ради которого пришел, во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, варду, на основании Твоего местописания, которое было зачитано, пагринду, сила сойдет, Господь, тегул, ега, нужен, и сестра получит те результаты, для которых пришел, во имя Иисуса Христа. Иисус Христос, варду. О,
Боже, великий Господь, мы зачитали Твое Слово, перскайте руки на болезнь, и они будут здоровы. Отец, пусть Господь сестра примет Свое исцеление на основании Слова Твоего именем Иисуса Христа. Христа. Аминь. Благослови, Господь Бога, Паламик, ты сестру, Отец, Дева, которая вышла сюда. Крещи на основании Слова Твоего, возложат руки на болих, они будут здоровы. Именем Иисуса Христа, сестра, прими Свое исцеление и исповедуй. Во имя Иисуса Христа, Господь Бог, мы возлагаем руки Божьи на основании Марка 16. Марку, Господь, она примет Свое исцеление во имя Иисуса Христа. Аминь. Во имя Иисуса Христа мы возлагаем руки нашей сестру. Сестра, прими Свое исцеление во имя Иисуса Христа, иди исповедуй. Аминь. Аллилуйя, Господь Бог. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, Господь, мы возлагаем руки на сестру Божию, которая вышла на основании Слова Твоего Божьего. Пусть Господь Божий она получит тот результат, идет исповедует победу во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа Божьего, ты знаешь, что у нас нет силы, но Твоя сила у Тебя, соответствует Словом Твоим, пусть сойдет, Боже, и исцелит во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Дорогой Небесный Отец, здесь Господь вышел, Твой Сын, и мы возлагаем на Него руки. Во имя Иисуса Христа, на основании Марка 16, пусть Твоя сила сойдет, Господь, и принесет те результаты, Господь, ради которых Он вышел. Во имя Иисуса Христа. Небесный Отец Божий, этот брат вышел на основании того, что было зачитано в Слове Твоем, и Ты, Господь, ответственен за это слово. Господь, пусть люди поверили, что возложат руки на больных, и они будут здоровы во имя Иисуса Христа. Аминь. Дедами рankas ant mūsų sesės. Pusė Boža to, što ona uslyšala. Tegul tai, kai išgirdo. Господь Боже получит тот результат, ради которого вышел. Именем Иисуса Христа. Аминь. Иисус Христос вордо. Господь Боже, Иисус Христос, Иисус Христос. Бажнича, таип пат мелскитесь, виси жалейте своего голову, словом умесу текеему, свои головы в смирении с верою, именем Слова Твоего, Боже, возложат руки на больных, она получит тот результат, ради которого она вышла, во имя Иисуса Христа, аминь. Это дочь Твоя, которая пришла, Господь Божий, на основании Слова Твоего, Боже. Почти ее веру, Господь Божий. И, Боже, пусть она получит те результаты, для которых она вышла. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, Иисус Христос, Боже, по вере нашей, по вере сестры, Господь, исцели, Боже, тот недух, немощь, ради которой вышла, Боже, и тот результат, ради которого она, Господь, пришла, пусть, Господи, Ты, Боже, явишь милость, Боже, для нее, во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогой Небесный Отец Божий, мы возлагаем руки Твои в соответствии со Словом Твоим. Марка 16, возложат руки на больных, и они будут здоровы во имя Иисуса Христа. Пусть сила Иисуса сойдет на эту сестру, и она получит тот результат, ради которого она вышла. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя.
Хвала тебе, Господь Бог. Господь Бог, на основании Марка 16, мы возлагаем руки на эту сестру, то ради чего она вышла, Господь, ты знаешь, Боже, будет в сердце, Господь, пусть сила Иисуса сойдет, она получит тот результат, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, аминь. Слава тебе, Господь. Аллилуйя, аллилуйя тебе. Дорогой Небесный Отец, Брангус, это дочь твоя, Господь, того, она вышла, Боже, на основании слова твоего, которое она услышала, а вера приходит от слышания, Господь Боже, и мы возлагаем руки на основании слова твоего. Ты сказал, что возложат руки на больных, они будут здоровы во имя Иисуса Христа, Боже, да исполнится слово это в ее жизни во имя Иисуса Христа, аминь. Аллилуйя. Дорогой Небесный Отец, этот молодой брат вышел, он имеет какую-то просьбу, какой-то нету, Господь. И он услышал Марка 16, что возложат руки на больных, они будут здоровы, Господь. Боже, подними в нем еще больше веру, что после того, как он выйдет с этого ряда, он начнет исповедовать. И пусть, Господи, будет тот результат, ради которого он вышел, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Дорогой Небесный Отец Божий, благослови, Господь, этого брата, и на основании слова твоего, на основании того, что он вышел и поверил тому, что возложат руки на больных, они будут здоровы, Господь. Боже, ответь по вере его, Отец Небесный, вот, во имя Иисуса Христа, пусть и получите результаты. Аминь. Ради славы твоей, Господь. Аллилуйя. Отче Небесный. Дорогой Небесный Отец Божий, ты, Господь Божий, ответственен за это слово. И ты сказал, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Отец, во имя Иисуса Христа Божия, яви, Господь Божий, милость этому брату. То, ради чего он вышел, Господь, ради этого результата, Отец, на основании слова твоего, во имя Иисуса Христа, да будет он здоров. Аминь. Аллилуйя. Дорогой Небесный Отец Божий, во имя Иисуса Христа Божия, слово Твое было зачитано, Отец, и Ты, Господь, ответственен за это слово, во имя Иисуса Христа, Господь Божий, исцели, Боже, этого брата, и, Господь, то, ради чего он вышел, Господь, во имя Иисуса Христа Божия, даруй ему, Боже, по вере его, аминь. Аллилуйя. Дорогой Небесный Отец, Боже, здесь, Господь, вышла твоя дочь Божия. У нее есть нужда, у нее есть просьба, ты знаешь ее. И она вышла, потому что она услышала слово Твое, что возложат руки на больных. Отец Небесный, Ты ответственен за это слово Божие. И мы просим во имя Иисуса Христа, Господь Божий, то, ради чего она вышла, Господь Божий, исполни для нее во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Дорогой Небесный Отец Божий, мы возлагаем руки на основании Марка 16, да будет, Господь Божий, сила Иисуса Христа снизойдет сейчас на нее во имя Иисуса Христа Божий и принесет те результаты, ради которых слышал сестра, во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогой Небесный Отец Божий, это, Господь, Твой Сын Божий. И Он вышел, Господь, не просто так. Он услышал слово Марка 16, что возложат руки на больных, они будут здоровы, Отец. И вера, она приходит от слышания. Господь, мы сделали то, что сказал Ты. Выполни то поручение во имя Иисуса Христа. Возложат руки на больных, и они будут здоровы во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогой Небесный Отец, Ты, Господь, знаешь, почему вышла эта сестра, почему вышла эта дочь. И она имеет трудность, она имеет проблемы, она имеет недуг, но она верит этому слову, что возложат руки на больных, и она получит это освобождение. Господь Бог Божий, благослови, Отец, даруй, Господь, пожелание Божие, ее сердце Божие. Яви, Господь, славу Свою на основании Марка 16, во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, на основании Марка 16, мы возлагаем руки на то, брата Божия, пусть, Господь, сила Твоя сойдет, Боже, и произойдет те результаты, соответствуя Словом Твоим, во имя Иисуса Христа. Аминь, Господь. Слава Тебе, Боже великий.
Аллилуйя, Боже. Аллилуйя, Господь. Слава Тебе, Боже, великий Отец. Аминь. Аллилуйя, Господь Бог. Отец. Благослови, Господь, эту сестру. Палаймінь ще сестру. Я дарую, Господь Боже, є віру. Поможи, Господь, эту віру, Боже. Пусть, Господь Боже, Слово Твое войдет еще больше в ее сердце. Пусть всякое неверие, всякий дух, всякое недух, который удержит ее, Господь, он оставит ее во имя Иисуса Христа Божия. Именем Иисуса Христа Божия. Она будет двигаться дальше, исповедуя, что она есть в этом теле, в этом все, что она твоя дочь, рождена от этого изреченного слова во имя Иисуса Христа. Аминь. Благослови, Господь, эту сестру. Аллилуйя. Прекрасное желание. Дорогой Небесный Отец Божий, это дочь Твоя, Господь Божий. Это дочь Твоя, которая служит детям Твоим, Боже. Она вышла сюда, у нее есть какая-то просьба, какая-то нужда, Боже. Господь, она поверила этому слову, что возложат руки на больных, Боже. Вера приходит от слышания, Боже. Она это услышала, Отец. И мы на основании то слова, так, как Ты сказал, возлагаем руки во имя Иисуса Христа, и они будут здоровы. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Дорогой Небесный Отец Божий, это Твой Сын. Он также пришел, Боже, к Тебе, к Отцу, с верой Божией, что Ты Отец. И Ты, Боже, исполнишь по слову Твоему, что возложат руки на больных, согласно Марка, и они будут здоровы. Аллилуйя, Боже Небес. Благослови, Господь, этого брата Божия. И то, ради чего он вышел, Господь Божий, да будет, Господь Божий, исполнено во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя, Отец. Дорогой Небесный Отец, Ты, Господь Божий, находишься здесь, Отец Божий, и Твой Сын Божий, Он вышел на основании Божия того, что Он услышал Слово. А в Слове написано, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Господь Бог, да явится милость Твоя к Нему, Боже. Да будешь Ты прославлен, Боже. И пусть Господь Бог, будет пожелание Его сердца, Отец, Ты снизойдешь, Боже, и исцелишь Его от той недуги болезни, которую имеет во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Отец Небесный Божий, дочь Твоя, Господь Божий, она пришла, она не пришла к нам, она пришла к Тебе, по Слову Твоему, потому что Ты сказал, в Слове Твое возложат руки на больных, и они будут здоровы, Боже. Пусть, Господь, это Слово именем Иисуса Христа будет проявлено в жизни нашей сестры во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Господь Божий. Благослови, Господи Боже, этого брата Божия, с той просьбой нужды, с которой он вышел, ты знаешь, что сердце его. И Ты, Господь Боже, проговорил к нему, и на основании того, что он услышал, а вера приходит от слышания, что возложат руки на больных, и они будут здоровы, Господь Бог, Отец Божий. Пусть, Боже, ради чего он вышел, Боже, это будет проявлено Божьей жизнью во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, аминь. Аллилуйя, Господь Божий. Аллилуйя, Боже, великий Господь. Отче, спасибо Тебе, Боже, великий Господь. Дорогой Небесный Отец, это Господь, дочь Твоя, это Твой, Господь, сосуд. Она, Господь, только что услышала Слово, прочитанное Божие, вот, которое изречено Тобою, что возложат руки на больных, и они будут здоровы, Отец. И это обетование, аллилуйя, и вера приходит от слышания этого слова, Господь. И мы возлагаем руки на Твою дочь, Боже, а на нашу сестру во имя Иисуса Христа. Пусть та немощь, та болезнь, которая держит,
во имя Иисуса Христа, оставит ее сердце, оставит ее позвонки, оставит все, что держит. Во имя Иисуса Христа мы приказываем этому демону оставить болезни. Во имя Иисуса Христа, прочь! Во имя Иисуса Христа, аллилуйя! Аминь. Слава тебе, Господь Боже! Аллилуйя, Боже! Аллилуйя, Боже! Великий, слава тебе, Боже! Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя, Боже. Аминь, Отец. Так, Боже, Господь Боже. Аминь, Отец. Так, Боже, все, Боже. Пусть эти почки уйдут во имя Иисуса Христа. Так же, Боже. Аминь, Боже, Боже, Отец. Слава Тебе, очень великий, Господь Божий, я благодарю Тебя, очень великий, да будешь Ты прославлен, Господь Божий. Аллилуйя, спасибо Тебе, Боже. Аллилуйя, Боже, спасибо Тебе, Боже. Прямо спасибо сейчас Ты сотворяешь по-новому во имя Иисуса Христа. Благодарю мы провозглашаем, Господи, что Твое сердце, кровеносная система во имя Иисуса Аминь, Христа, она исцелена и восстановлена во имя Иисуса Христа. Аминь. Хвала Тебе, Боже, великий. Аллилуйя Тебе, Боже, Господь. Аллилуйя, Боже великий, Отец Божий, так, Боже немощи, прославься, Боже великий, Господь Боже, да будет Тебе слава, хвала и благодарение. Аллилуйя, Отец, так, Боже великий, Отец, аминь, Боже, наполни, Боже, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Боже, аминь, Господь, спасибо Тебе. Жителей, которые здесь также вот уже возложим друг на друга. Вся бажнича посмелись. Друзья, и пусть даже зал, как про Бранхам, когда-то брал друг друга за руки, помните, говорит, возьмите вот. Мы еще раз помолимся, чтобы Господь явил свою славу для каждого из нас. Дорогой Небесный Отец, Господь Бог, вот так вот в единстве Духа, в единстве силы, Отец, мы, Господь, знаем, что Ты пребываешь сейчас здесь. Во имя Твое, Господь, Ты пребываешь, потому что у Тебя нет другого имени, в котором находилось бы исцеление. У Тебя нет сегодня никаких других рук, кроме наших. Аллилуйя, Господь Бог. И сейчас, Господь Божий, собрались дети Твои, Отец. Собрала церковь Твоя, Боже Великий. И мы просим во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, каждого, кто прошел молитвенный ряд. Благослови, Господь, эти братья, служители, которые молились в этом молитвенном ряду. Благослови, Господь, также те, которые, возможно, не вышли. Но, Боже,
Да будет Господь по вере ихней. На том месте, где они находятся. Пусть Господь третий рывок, который не верят, также исполнится в их жизни, Господь. И мы молим Тебя, чтобы Ты еще больше поднял нашу веру. Благослови, Господь, каждого брата, каждую сестру. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Воздаем Ему славу. Пару слов. Нет, ты оставайся. Кстати. Пару слов скажу. Пару друзей, посаките, другой. Несколько слов вот, буквально. Вот, те, которые прошли молитвенный ряд. Те, которые будут в молдовской лее. Где-то потом уже сосуды будут. Было что-то, да? Ar было нечто показано. Если будет индивидуально, мы потом скажем. Потом посаките, если кашка ижвельгеме поквесим. Друзья, другой. То, что только что прошло. Tai, kas ką tik įvyko. Это было в соответствии с его словом. Tai atitiko jo žodį. Сейчас от нас зависит только одно. Но мусу приклауso tik viena. Исповедуй. Išpažink. Исповедуй. Išpažink. Он первосвященник нашего исповедания. Он ходатай. Jis yra užtarėjas. Он должен ходатайствовать за что-то. Kažką. И когда ты приносишь жертву на алтарь, auką ant aukuro, огонь сходит, ugnis nužengia, он ходатай, jis yra užtarėjas, он не может сойти на пустой алтарь, nužengti ant tuščio aukuro, он не сможет сойти на корявую жертву, nužengti ant brokuotos aukos, на кривую жертву, kreivos kažkokios косую жертву. Он сходит на совершенную жертву aukos, и на основании совершенного слова žodžio, возложат руки на больных, ligonių, и они будут здоровы. Исповедуйте, представьте свои тела в эту жертву, auką, святую, šventą, благую. Gerąją. И когда ты будешь говорить, ir kai tu išpažinsi, как я находился в больнице, kaip aš, kaip buvau ligoninėje, это действительно, это не шутки, tai это обширный инфаркт. Tai labai realus faktas. Это тромб. Tai тромбас. Это состояние инсульта. Tai insulto būsena. Люди не ходят. Žmonės nebevaikšto po to. Я просто исповедовал. Aš išpažinau tiesiog. Раны твоими был исцелен. И церковь молилась. Ir bažnyčia meldėsi, ir buvo parodyta. Сейчас dabar, я прошел еще раз. Aš dar kartą praėjau. Знаете почему? Ar žinote kodėl? Потому что его присутствие здесь. Jo akivaizda buvo čia. Yra čia. Я всегда рад. Aš visada džiaugiuosi. Погрузиться в эту глубину. Ir esu pasiruošęs pasinerti į šią gelmę. И пусть Господь до конца соделает эту работу. Ir Dievas iki galo užbaigs šį darbą. И может быть ты не получишь это завтра. Galbūt tu to negausi rytoj. Может, это не послезавтра. Galbūt poryt negausi. Может быть, тебе будет казаться, а может что-то не то. Galbūt atrodys, kad išvis nieko. Нет. Все то. Viskas yra gerai. Он не может обмануть. Jis negali apgauti. Он верен своему слову. Savo žodžiui. Возложат руки. Dės rankas, и вы будете здоровы. Pasveiksite. Пусть твоя вера tegul tavo tikėjimas будет поставлена вот на это слово. Remsis šiuo žodžiu. И думайте ir его мыслями. Jo mintis. А его мысли o jo mintis это целительные мысли. Yra gydančios mintis. А его мысли jo mintis это благословение для tai тебя. Palaiminimas dėl tavęs. Я приглашаю теперь. Aš kviečiu dabar брата Дэвиса, брolį Дэйви, пастора šios vietinės bažnyčios. Брат Дэвис, brolį Дэйви, palaimina tave Dievas. Я попрошу тебя уже помолиться за тех, кто разъезжает. Kad pasimelsim už tos, kurie išvyks. И везите, пожалуйста, приветы также из Молдовы. Linkėjimus iš Moldovos kitiems, iš Ukrainos. Всех, кто здесь гости. Visi, kurie esate svečiai, perduokite nuo mūsų. Находиться здесь. Labai džiaugiuosi, kad galėjau pabuvoti čia. И смело сказать. Ir drąsiai noriu pasakyti. С уверенностью сказать. Su užtikrintumu. Присутствие этой Библии. Akivaizdoje šios Biblijos. Здесь есть невеста. Kad čia yra nuotaka. Здесь есть семя. Čia yra tie. Есть семя здесь. Yra sėkla čia. Sėkla yra čia. Мария забеременела. Мария постою. Иосиф, ой, как должен был внимательно ухаживать за этим телом. Рупинтес jos kūnu. Tegul Dievas palaimins tave, broli. Brangiai, mes dar turime dragie, visą auditoriją. Mes iš jo jėst draugai auditoriją. Kitoje pusėje ekrano. Draugoje storinė ekrano pastorinu. Žinot, kad Dievas yra visur. Jūs žinote, kad Bog jis visdė. Ir pagal tikėjimą, jis aglasna našai vėrai, kiekvienas, kuris yra kitoje pusėje ekrano, kuris matri transliacijų, ir jūs patikėjote šito žodžiu, etomu slovu,
Ir priėmėte tai iš tikrųjų savo širdį. Dievas yra su jumis. Todėl mes visi kartu su bažnyčia nulenksime galvas ir pasimelsime už kiekvieną, kuris šiandien turi ligą ir negalę kitoje pusėje ekranų. O jūs, brangiai, kitoje pusėje, priimkite tai tikėjimu. Atverkit savo širdis. Išpažinkit visas tas negalės ir išpažinkit, kad esate išgydyti Jėzaus Kristaus žaizdomis. O mes visi kartu susitarę meldžiamės už jūs, ten, kur jūs esate. Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, Tėve, mes meldžiame už kiekvieną, kuris yra kitoje pusėje ekranų, šitoje tiesioginėje transliacijoje, kuriame yra negalės, skausmas, Dieve, kuris stokoja ir prašo tavo išgydyti. Viešpatie, taip pat kaip šitoje eilėje, mes meldžiamės už ligonius, taip pat mes meldžiamės už tuos, kurie yra kitoje pusėje. Viešpatie, Jėzaus Kristaus vardu, brolis, sesė, būk tiesiog dabar išgydytas ten, kur tu esi, Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Amen. Aleliuja. Aleliuja. Pranašas tai darė naudodamas telefoną. Telefonų jų svezi. Ar ne? Kada žmonės sėdėjo mašinose, o jisai auditorijoje meldėsi ir per radiją, per telefoną, žmonės priimdavo išgydymus. Amen. Tai yra mūsų tikėjimas. Dievas yra čia. Taigi, dar norėčiau pasimelsti už visus, kurie šiandien išvažiuojame namo. Viešpatie Dieve, suteik mums visiems, Viešpatie Dieve, savo angelus, kurie lydės mus, Viešpatie Dieve, važiuojančius namo, brolius ir sesės, kurie atvažiavo iš toli, Viešpatie Dieve, iš kitų šalių, Viešpatie Jėzau. Viešpatie, lydėk juos ir parvesk juos saugiai namo. Viešpatie Jėzau, tegul jie parveža, Viešpatie, tas dorybės. Ir kaip mes skaitėme, Viešpatie Jėzau, apie tave, kad jos tiesiog tryško iš tavęs. Aš meldžiu, Dieve, pripildyk visus mus, Viešpatie, kad mes grįžę namo, Dieve, iš mūsų tekėtų, Viešpatie Dieve, dorybė po dorybės, ta jėga, Viešpatie Dieve, reikalinga gyvenimui. Palaimink mus visus, Viešpatie Jėzau. Dėkojam tau, Tėve. Amen. Dar norėjau pasakyti, kad brolis minėjo pradžioje dėl krikšto. Mes žinom, atvažiavot ar ne, kas esate nepasikrikštė Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu nuodėmių atleidimui, po to prieikite pabaigoj prie manęs po giesmių ir tada mes pasakysime, kur mes susitiksime, šiandien važiuosime į krikštą. Ir dar vienas skelbimas, brolis Vladimiras pakol kas dar neišvažiuoja. Ir sekantį sekmadienį mes turėsim čia tarnavimą kartu su juo. Todėl maloniai visų laukiame. Planuokite savo laiką. Išnaudokite laiką teisingai. Mes turime būti kartu. Amen. Būtent šios valandos žinioje, žodyje. Ir stebėti ir suprasti tai, ką daro šiandien Dievas. Kad to nepraleistume. Nes tai yra dėl mūsų. Ir tai yra svarbiau už viską, kas gali būti šiuo laiku. Amen. Mes pakviesime brolius iš Visagino užbaigti mūsų konferenciją. Tai yra tėvas ir sūnus. Nuostabus broliai, nuostabus balsas.
Bažnyčia, atverkim savo širdis ir kartu pašlovinkime su jais viešpatį. Sveikinu, broliai sesės, šlovė Dievui, galite sėstis, atsipalaiduokite, viskas gerai yra. Oficiali dalis pasibaigė. Dabar duosime dvasiai laisvę, kaip Jėzus sakė, kad gyvybės upės trykšti galėtų pradėti. Aš atvažiavau čia šiek tiek pavargęs, sėdėjau toks, pamiegojau šiek tiek, bet žodis buvo labai geras, dėkoju broliui. O kai išėjau į maldos eilę, pasimeldė, atsistojau toks ir jaučiu, kaip dvasia nužengė. O dvasia yra stebėtinas dalykas, žinote, trumpai pasakysiu. Aš porą minučių iš giesmę pasakysiu. Kas yra kondensatas, pavyzdžiui, vanduo? Kodėl randasi jisai? Todėl, kad susiduria dvi stichijos, karštis ir šaltis. O kai ateina Dievo dvasia, tai amžinybė tarsi nusileidžia. O kame mes gyvename? Mes pastoviai gyvename galėdamėsi dėl praeities ir bijodami ateities. Tai mūsų žmogiškame pasaulyje yra. Nesakykite man, kad pas ką nors yra kitaip. Nereikia man pasakot, aš toks pas žmogus kaip ir jūs. Pas visus yra taip pat. Bet kai ateina amžinybė nusileidžia, tada žmogus pradeda gyventi šiandieną, dabar, šiame akimirkoje šioje. Ir tada kondensatas randasi. Žmogiškumas su dieviškumu susijungia. Ir tada ašaros pradeda trykšti šlovė Dievui. Tai norėjau pasakyti. Sugėdosim giesmę. Tai yra labai sena giesmė. Bet žinote, nauja tai yra seniai pamiršta sena. Tai yra įkvėpimas iš Dievo, kurį žmogus kadaise gavo. Ir išreiškė tai tekstu giesmės. O aš imu tai ir taip pat tai išreiškiu šiandien. Savo tikėjimu, savo meilę viešpačiui. Впалящий зной, словно ручей, ты утоляешь жажду души моей. И как поток горной реки мне омываешь сердце словом любви. Вслед за тобой устремляюсь душой, я хочу потерять весь мир сей, обретя мир твой. Вслед за тобой устремляюсь душой, я хочу потерять весь мир сей, обретя мир твой. Мне бы познать слов глубину, мне бы постигнуть сердцем кротость твою, и в полноте с верою жить, мне мой светильник чистым дай сохранить. Вслед за тобой устремляюсь душой, я хочу потерять весь мир сей, обретя мир твой. Вслед за тобой устремляюсь душой, я хочу потерять весь мир сей, обретя мир твой. Как ураган враг восстает, мне же в тебе спасенье от всех.
всех невзгод, от злых речей. Милость Твоя от суеты спасенье, кровь от греха. Где за Тобой устремляюсь душой, я хочу потерять весь мир, сей обретя мир Твой. Вслед за Тобой устремляюсь душой, я хочу потерять весь мир, сей обретя мир Твой. Есть еще одна тоже старая песня. Yra dar viena sena giesmė, kuri yra gera. Turime būtinai ją sugėdoti jums. Люблю тебя, край святой, край желанный. Тебя бесконечно люблю, страна святой чистоты первозданной, стремлюсь к тебе и желанием горю. Переселиться туда, где Спаситель дает покой истомленным сердцам. Переселиться туда, где Спаситель дает покой истомленным сердцам. Люблю я край, о котором вещает святая книга, божественный слог. У врат святых сам Спаситель встречает тех, кто прославил Господню любовь. Там в славе сам Иисус пребывает, мой верный друг и победа моя. Там в славе сам Иисус пребывает, мой верный друг и победа моя. Люблю тебя, святый город чудесный, неизъяснимой святой красоты. Люблю созвучие хоров небесных, к тебе все чувства мои и мечты. Туда стремлюсь и Христа, Иисуса спешу прославить единой хвалой. Туда стремлюсь и Христа, и Иисуса спешу прославить единой хвалой. Ir dar lietuviškai jūs visi žinote.
Šitą giesmę. Iš Anaritos, kam vai znaite visą tų pėsnių. A, da, da. A tai palaži, možda, ili būdžiu dirbėti. Prosto pridirdžiuvėti, da? A, o tak, da. Taip, žodžiu, palauk, prašau. Надо уже вторые глаза одевать. Коля, есть мобиль. А, Aš Dievo balsą išgirdau, yra tau vieta prie šaltinio, pas viešpatį aš atėjau, ir tau prie šaltinio vieta. Vieta, vieta yra, yra tau vieta prie šaltinio. Vieta, vieta yra, yra prie šaltinio vieta. Jam nuodėmės išpažinau, radau prie šaltinio aš vietą. Palaiminimą aš gavau, ir tau prie šaltinio vieta. Vieta, vieta yra, yra tau vieta prie šaltinio. Vieta, vieta yra, ir tau prie šaltinio vieta. Į kraujo srovę patekau, radau prie šaltinio aš vietą. Tikėjime aš atgimiau, ir tau prie šaltinio vieta. Vieta, vieta yra, yra tau vieta prie šaltinio. Vieta, vieta yra, yra prie šaltinio vieta. Šaltinio aš vietą, mane baltai proplovėjai, ir tau prie šaltinio vieta. Vieta, vieta yra, yra tau vieta prie šaltinio. Vieta, vieta yra, prie šaltinio vieta. Nuplovė nuodėmes visas, radau prie šaltinio aš vietą. Skurdus ir tyras esu aš, ir tau prie šaltinio vieta. Vieta, vieta yra, ir ta prie šaltinio aš vieta. Vieta, vieta yra, ir tau prie šaltinio vieta. Gyvajam viešpačiui garbė, radau prie šaltinio aš vieta. Mane atpirko šiandien šlovė, ir tau prie šaltinio vieta. Vieta, vieta yra, ir tau prie širpia prie viltinio. Vieta, vieta yra, ir tau prie šaltinio vieta. Kentėjo viešpats už visus, radau prie šaltinio aš vietą. Šventų krauju atpirko mus,
ir tau prie šaltinio vieta. Vieta, vieta yra, ir tau privilgta prie šaltinio. Vieta, vieta yra, ir tau prie šaltinio vieta. Aš su šventaisiais danguje radau prie šaltinio aš vietą. Giedosiu, gyriu visada ir tau prie šaltinio vieta. Vieta, vieta yra, yra tau vieta prie šaltinio. Vieta, vieta yra, ir tau prie šaltinio vieta. Еще для нашей для русских язычной публики. Русскокальбей публикой. Мы споем первый и восьмой. Сугедосме пирма и раштунта посмелю. С припевами. С предыню русскокальбоя. Это его инициатива. Это ее инициатива, аж не прико. Сказал в любви спаситель мой. Не есть у источника места. Приди, грехи свои омой, есть место там и для тебя. Место, да, место есть, не есть у источника места. Место, да, место есть, есть место там и для тебя. Когда придем в небесный дом, не есть у источника места. И гимны славы воспоем, есть место там и для тебя. Место, да, место есть, есть там у источника места. Место, да, место есть, есть место там и для тебя. Еще. Ačiū mūsų broliams. Спасибо для наших братьев. Mes buvom palaiminti. Мы получили благословение. Aš dabar norėčiau pakviesti. Я хочу пригласить еще. Brolius palaiminti finansus. Братьев, чтобы они благословили пожертвование. Viešpatie, aš dėkoju. Gospodė, aš dėkoju už laisvas ir džiugias širdis, viešpatie, nes paukojimas, viešpatie, tai tavęs garbinimas. Jėzus Kristaus vardu. Tiesiog te būna palaimintas kiekvienas tas euras, viešpatie, ir kad tai būtų padengta, bet kokios išlaidos, viešpatie, ir dar заплатили, смогли за все, чтобы не было недостатка. Именем Господа Иисуса Христа пусть слава Тебе поднимется, потому что Ты раскрыл сердца человеческие воздать, и пусть это будет согласно Твоему Слову. Именем Господа Иисуса Христа вся слава Тебе и воздай каждому именем Господа Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. Mes dar vieną giesmę visi norim pagėdoti. Один псалом споем.
Ir užbaigsime konferenciją. Nors nesinori jos užbaigti. Bet mes pratęsim ją. Мы продолжим там за стеной. Jo, aš kviečiu visus iš tikrųjų po giesmės. Приглашаю всех после псалма. Neskubėti išeiti, dar pabendrauti. Уйти. Mes dar pavalgysim šeimininkės, mūsų sesės paruošė mums maisto, atsigersim arbatos. Dar turėsim brolišką bendravimą. Будем иметь братское общение. Taigi visus po giesmės kviečiame prie stalo. После псалма приглашаем к столу. Savo širdį jam atvergi, jis
jis dabar nepasmerks, bet ištars tu mano vaikas, tik nedelsk, paskubėk, kol yra malonės laikas, jis dabar nepasmerks, bet ištars tu mano vaikas, tik nedelsk, paskubėk, kol yra malonės laikas. Halleluja. Atiduokim jam šlovę. Vazdadim jimų slavų. Dievas mums... Viens. Dievas mums suteikė malonę už malonę. Dal nam blagodat i blagodat. Mes esame daugiau negu palaiminti. Больше, чем благословенны. Viešpatie, ir mes dėkojam tau. Мы благодарим тебя. Kad tu mus išsirinkai būtent šiam laikui. Ir apvaliai ir nuplovei mūsų savo brangiu šventu krauju. Nes tuos, kuriuos tu išrinkai, tuos ir išteisinai, ir pašlovinai, viešpatie Jėzus. Ir šiandien tas keletas vardų yra čia, Dieve. Ir aš dėkoju, viešpatie, už šią nuostabią nuotaką, kurią surinkai šiandien, Dieve. Iš savo artumą, Dieve, ir palaiminai savo žodžiu. Mes dėkojame Dievui už mūsų brolį Vladimirą, kurį tu panaudojai, viešpatie Dieve, mūsų visų augimui, Dieve, tavo žodį, kad tu mūsų visus palaiminai per tai, Dieve, kad mes galėjome šiandien pasimaitinti tuo nuostabiu žodžiu. Ačiū tau, viešpatie. Taip pat, Tėve, aš noriu pasimelsti ir padėkoti už tą maistą, kurį šiandien valgysime. Dieve, aš dėkoju už mūsų sesės, kurios tai paruošė, Dieve, iš širdies tai padarė. Viešpatie, suteik šitam kūnui, viešpatie, stiprumą per tą maistą, Dieve, kurį mes šiandien pašvenčiam, laiminam, Dieve, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus vardu per maldą, Dieve, sutikėjimu, Dieve. Te būna sustiprintas kiekvienas kūnas. Ir taip pat, Dieve, suteik mums palaiminimą bendrauti prie salų, Dieve, toje pačioje dvasioje ir tavo malonėje ir tiesoje. Aš to meldžiu Jėzaus vardu. Amen. Ačiū viešpačiui. Slava Gospodu. Taigi.